И мы в эфире, господа! Заводи, родной! Похулиганничаем! Под прекрасный аккомпанемент! Привет, ребят! Начали? Начали! А, уже играем! Браво! Андрюш, вылезай! Сразу вспомнили. Друзья, 1 апреля, суббота, как обычно, 18.00, примерно. 18.00. День дурака! Да, меня пришли поздравить с профессиональным праздником прекрасные артисты! Прекрасные артисты театра, кино, дубляжа, все, поэты, музыканты. Самые талантливые люди сегодня у нас в гостях. Александр Коврижный! Александр Груздев! И Дмитрий Филимонов! Столько талантливых людей, я даже не знаю, с чего начать, я даже начинать сегодня ни с чего не буду. Давайте с тоста. Саня, сегодня не только день дурака, но и день коньяка. Вот. Поэтому... Поэтому я предлагаю начать просто... Как говорит мой друг Саня, и немедленно выпил. Будьте здоровы! Москва петушки все читали? Это Москва петушки. Мастер Маргарита. Я хоть что-то читал! Мастер Маргарита, ребят, вот как донаты соберем, сразу прочитаем Мастера Маргарита, обещаю, через силу прочитаю. У нас уже что-то столько комментариев, а мы еще не знали. Ура, скинули Досевича с дивана. Действительно скинули. Привет и вам, наши дорогие гости. Груздев, помню ваши мультики. Макс Брандт, за ваше здоровье. Вот, мне нравится этот. Дмитрий Филимонов и его Александр. И его Александр. А сегодня, да, ты между двух... Трех Александров. Прекрасно. Поэтому сегодня прекрасно. Самое время загадывать желание. Прекрасно. Главное, чтобы хорошее. Итак, с чего начнем? Давайте по традиции начнем с истоков. Есть рубрика «Истоки дубляжа». У нас сегодня каждый будет рассказывать про свои истоки для начала. Начнем с Александра. Поскольку мы не опрашивали еще которого? Александра по поводу... Я тоже вздрогнул. Я-то так вот сел специально. А, думал, стивим. Да. И начнем с того, как вот Александр попал в дубляж в принципе. Знаешь, лучше начать с истоков. Истоков. Да, поэтому Димка мой исток, вот с него и начну. А потом я продолжу. Как не поверите, и мой тоже. То есть все сходится на все меня. Все сошлось на Диме Филимонове сегодня. Старший я думаю, приказал. Что он в центре сидит не просто так. Старший приказал. В центре чего я сижу? В центре компании. Ребятки. Мироздание. Как это началось? А я послушаю. А ты послушай, да. Как это началось? У меня это как началось? Я не буду сейчас говорить, как это началось у моих подопечных. Нет, началось это с радио. Сначала я заранее посмотрел все свои интервью, да. Чтобы не повторяться. Не повторяйся. Да, я был маленький, голос был высокий, детский, и я играл всяких пионеров. Самый большой мой шок был, я играю какого-то пятиклассника, главная роль, радиоспектакль. У меня партнер, постоянно мой друг, пятиклассник, который со мной, у него со мной все сцены. И подходит режиссер и говорит, начнем техническая тут какая-то ситуация, начнем через 40 минут, вы пока порепетируете тут. Я жду своего партнера. А сидит лысый мужик рядом со мной какой-то. Я на него и не реагирую. Лёва. Угу. Вот. И заходит режиссер, говорит, порепетировали? Я говорю, партнера нет. Лёвочка Шабарин, твой партнер. Я говорю, вот этот старик! Это сейчас я понимаю, что... А для меня это было... А если вы видели Маугли, вот он озвучивал Маугли. Не совсем маленького, а чуть со среднего до взрослого. Ага. Вот, в театре Российской армии. И вот мой шок. Сейчас я понимаю, что я тоже иногда могу детей. Главное вспомнить как. Вот. А потом и первый фильм свой я помню прекрасно. Клеопатра Сергеевна Альперова, режиссер. Маня Овчинникова главную роль озвучивала. Я мальчика какого-то озвучивал. Девочка с морской раковиной. Не знаю, что это за фильм.
Помню только, что я там... Ну, эротический. Что-то пошлое, да, я только хотел сказать. Нет, это не та раковина, это был нормальный детский... С двумя морскими раковинами. Как обычно, поскольку я пошлю постоянно, меня вот можно бить вот этой игрушкой регулярно за пошлость. Меня-то за что? За морскую раковину. А потом был Варус Видео, а потом пошли все-все-все студии. А потом пришли гениальные Александры, и мне делать уже нечего рядом с ними. Вот так вот все и началось. Ну, Сань. Меня привел Филимонов. Я что? Нет, я могу про истоки, да, вот сейчас вот мелькнуло. Борзунов. Алексей Алексеевич. Совершенно замечательный куплет. Я и бегу в Останкино, молодой артист, идет пожилой артист, Алексей Алексеевич Борзунов. Я говорю, Алексей Алексеевич, чем сейчас занимаетесь? Ну, Саня, читаю Достоевского. Я говорю, ну и как? Он говорит, ты понимаешь, говорят, что вот он начитывал, а за ним записывали. Врут. Невыговариваемые фигня. Он не мог такого сказать. Он не сказал. Он такого не говорил. Говорил. Мне. Мне можно. Рассказываю про Саню. Марьина Роща, 12 часов ночи. Я заблудился. После спектакля я пришел на день рождения, вышел, а дома не помню. Милиция уже меня останавливает, рейд на машине едет. Три раза проверяет документы и говорит, ребята, я не могу найти дом. Вот дом этот. Я этот похож, но здесь нет подъездов. И вдруг идет какой-то... По пустынной одинокой улице идет... на него надвигаюсь и я. С двумя женщинами. Извините, пожалуйста, мужик, я заблудился. Вот Дима, давай говори. Ну да, он говорит, Дима, какие проблемы? Саня! А он еще не работал. В озвучке. Я еще не работал, но мы уже были. У Черёбиной на дне рождения. Да. С Борей Мироновым, мы с тобой. Да. Вот. И я взял его телефон, но пока не было возможности. И он говорит, вот дом 17, вот. Я говорю, подъезды с другой стороны, Дима, подъезды там. Я попал к Еленке Ермилиной, с которой потом много пили, на день рождения. А на следующий день мне звонит режиссер со студии «Ноты» Таня Синельникова, которая тогда еще не была моей женой. А сейчас уже не моя жена. Вот. И говорит, Дима, у нас Виктор Григорьевич заболел, нам нужен артист. Я говорю, Груздев. Я же ему обязан. Он же меня спас вчера. Ты же меня спас в порту. Загвоздкой есть. Это к вопросу, как попасть в дубляж, друзья. Вы часто знаете. Гуляйте по Марьиной Роще. Двумя женщинами. Разок спаси Филимона. Вот. И после этого я даю ей телефон, она перезванивает, говорит, Дима, а он из кукольного театра? Почему? Он мне сказал, что он в куклах работал. Говорит, куклы – это передача на НТВ, надо телевизор смотреть. И после этого Груздев стал мастером, и дай ты Бог. Да, каждому. Сань, донатик. Да. У нас донат! Ура! Борис Новиков, наш любимый переводчик из Санкт-Петербурга. Вот это коллективчик. Филимонов и три Александра. Всем добрейшего и ваше здоровье. Боречка, спасибо тебе, дорогой друг. Скоро в Петербург к тебе приедем, обязательно мы увидимся. Я правильно делаю? Абсолютно верно. День коньяка. День коньяка. Во-первых, я почти. Я почти с бородой. Стоп. Почему без бороды? Я почти с бородой. Это какой комментарий? А вон какой-то верхний. Филимонов без бороды, ну не то. Филимонов играет женщину в театре. Да. Сейчас приходится. Я не успеваю. Я не успеваю, у меня послезавтра или послепослезавтра опять женщина. То есть ты прихорашиваешься и расхорашиваешься. Да, нет, да, да. Можно в эфире фотографию показать? Ну, конечно, покажу. Можно показать? Конечно. Давай, Валер, я тебе отправлю фотографию, давай, а ты ее покажешь в эфире. Потому что потрясающий образ. Я вот так показывать не буду на камеру. Меня зовут Дафни там. Вот. А зато есть... И потом с матюками, не с войтюками, а с матюками. А почему не с войтюками? Я умываться с войтюками, я умываю, я смываю краску с лица. Я купил уже себе мицеллярную воду. Ребята, у меня теперь такой набор косметики и... С моего... С фонжиками пользуешься? С фонжиками, я не знаю, что такое, но я обязательно...
Ну, это губочки для макияжа. Я дойду и до этого, да? Знаешь. Все начинается... Но надо же в образе быть всегда. Да. Теперь уже нифига. А вот мне нравится. Дмитрий Федорович, жизнь и сила. Нет, смотри, послушай. Дмитрий Федорович, жизни и силы вам. Александром тоже. Ну так, что останется? Да, мы не против. А теперь про коврижных. Ну да. Подожди пока. Вот, смотри, Грузев в самом начале карьеры пару раз были на Варусе. Например, в фильме «Робин Гуд» с Костнером. 94-й год. Почему не продержались в студии? Рассказываю. Я там доработался до главной роли. Фильм «Плаща и шпаги», какая-то проходная картина, но, в общем, там это все со шпагами, и мой тоже, это самый, изо всех сил. А я же на дубляже еще, ну, передо мной стоячий микрофон, а мой там дерется изо всех сил, и вообще, а в середине фильма он еще и там оказался и неблагородный, ни хрена герой. Друзья, вот у нас, собственно... А, вот, в эфире фотография Дмитрия Федоровича в образе театрального. Прекрасно. А вы говорите «Борода». Гениально, я считаю. И, короче говоря, досказываю свою дурацкую историю про Варус. Я им говорю: не, ребят, да, нам нужно переписать все это сначала, потому что я же не знал, что он неблагородный. На самом деле. А я благородного? Вообще, я озвучивал другого человека. Он говорит: Саша, проехали, давайте фехтуйте здесь. Вот это. И я разыгрался, и, наверное, на нервах я порвал себе... Сделал так, хапт, выпад, и порвал себе нафиг штаны. И они говорят: выходите, все, вы молодец большой. А я говорю: не, я теперь отсюда не выйду. А у меня они разорвались прямо вот, как говорится, отсюда до тут. Прям вот прям по шву. И я говорю: я не выйду. Она говорит: ну ладно уже, выходи. Сейчас уж мы тебя зашьем. И вот после этого случая, я так понимаю, то есть я их так насмешил. Нет, вот этого не надо, нет! Нам Борис еще один донат прислал. Ах, какая женщина, какая женщина! Борь, тебе б такую? Это я полагаю, можно фотографии Дмитрия Федоровича. У меня много фотографий. Но у нас вот уже второй раз задают вопрос. Скажите, а вам самим нравится ваша работа? Нравится ли вам отечественный дубляж? Ибо Михаил Черняк крайне негативно высказывался о дубляже. Мол, я ненавижу дубляж. Ну и пусть ненавидит. Давайте, а мы очень любим дубляж. Свою работу, да. И выпьем за дубляж. И мы ее очень любим. Выпьем за дубляж. За дубляж. Хорошая работа не хуже какой другой. А я считаю, потрясающая работа. Потрясающая. А некоторых работ даже А еще больше мы любим хороший дубляж. Это важно. Ну, значит, если говорить про меня, я, в принципе, как все нормальные мужчины, искал подработки. Потому что, когда я поступил в ТЮЗ, где мы вместе работали? Где работала уже целая плеяда. Димка Филимонов, Маша Овчинникова, Саша Быков, Серега Балабанов, кто там еще? Надя Подъепольская. Да. Там целая когорта. Быков, это который отец Чеховского. Да, да, да. Которого тоже я... Да, да, да. Да. И... А Чеховской приходил... А Прошка вот такой приходил. Ага. И на наших глазах. Дум-дум-дум-дум-дум. Ребята, они однажды во время репетиции «Гудбай Америки» вместе с моим сыном, которому сейчас 40 в следующем году будет, так, выключили весь свет, залезли в осветительскую ложу и выключили на сцене свет. И я потом говорю: Валя, кто? Яна, мне Проша попросил саму вот эту ручку повернуть. Я и повернул. И где-то: кто выключил свет? Взял, а вы, говорит, испугались? Взял на слабо. Реально, вот это гениально. Да, да, да. Сейчас, ну, слово паразит сейчас было. Да, реально гениально. Это еще реально гениально. В общем, зато стихотвор. Искал подработки, потому что страна, не знаю, молодые знают, не знают об этом, что в 90-е годы страна просто рухнула в пропасть, да, просто вот шла, шел поезд, вдруг раз в пропасть, и как бы работы не было, платили мало, и старались как бы заниматься, кто... очень многие артисты, мои сокурсники, ушли из профессии. Мало кто остался, вот, ушли, ну, как, то на телевидение, кто там еще куда-то, ну, стали, как-то надо было жить, выживать.
И вот одна из как бы подработок была вот, звучание. Да. Угу. Я до этого, правда, ходил на горы сначала, года три я ходил на горы. Мне, в принципе, как бы устраивало. Но тут вдруг на Мосфильме я что-то там пишу, на горах сижу. Ну, там тесная компания такая. Что-то у Белзаровича ему пишу какой-то фильм. И вдруг Димка выходит, какую-то там роль прописал, выходит, о, а ты что? Взял меня просто за руку и подвел к Белозаровичу. Говорит, вот хороший артист. Возьмите его, пожалуйста. Он действительно хороший. Да. Действительно. И, но надо отдать должное, Белозарович меня буквально уже через две недели позвал на роль. Ну, это талант. Это я он, записал, это вот моя первая видит. Роль у Белозаровича. Он тебе верил. Да. Нет, он многим... И правильно делал, кстати. Да, да. А до этого, Димка позвал меня на мультик «Люди Икс». «Люди Икс», да. Это никогда не... Это какая студия? Мультики, «Нота», да. Никогда не забуду состав. Состав гениальный был. Куценко, Бархударов. А и Овчинников. Овчинников. Ну, там были еще. Ага. Ромашенко была, еще была девушка, которая только одну роль озвучивала, ну, неважно. И обижалась, что я на другую. Она басом говорила. Угу. Ее утвердили на «Шторм». А, да, да, да. И ничего другого она не могла. Она, Дима, а почему у меня никаких других? Почему Маша 8 ролей пишет, а я одну? Я на нее смотрю, думаю, ну как ей объяснить? Но дело не в этом. И, естественно, Санька, ну как первый его сериал, естественно, он тормозит после там каждой второй фразы. И Куц с Бархудом. Дима, мы так это не запишем. Я говорю, ребята, идите в жопу, потому что вы тоже когда-то начинали. Он ну, гениальный да? артист. Он, Грусев тоже не сразу начинал все виртуозно вот так вот. Помню, он говорит, я научусь, я, суки, научусь. Я так... Нет, они сидят реально, там шесть иконостасов. Реально? Шесть, реально, шесть иконостасов. Ты, ну и... Там, Люсилина. Да ёшкин кот, там сидят какие-то великие люди. Ребята. И я пришел. Кустурица, черная кошка, белый кот, и у меня два старика, вот этих два обалденных совершенно актера. Они же трындят. Причем иногда друг с другом, и мне вот это. Эти говорят, ну мы пойдем чайку попьем. И взяли, не отключили микрофон. Этот мне потом рассказывает, как они смеялись, а я сижу, текст читаю и говорю, ну погодите, уроды, я выучусь, я вам всем покажу. И показал. Показал? Ну ведь ты учился. Еще один донатик от Никиты Баблинского. Сердечный Никита! Привет и благодарности от всего всратого дубляжа. Александра Груздева надо в секту Филимонова. Вам не болеть и не хворать. Я уже давно в секте. Все в секте Филимонова уже давно. Я можно сказать, у основания. Там что-то спрашивают про... Не, мы не договорили по поводу. Вот студия «Нота», «Люди Икс». Да, «Люди Икс», ну, как бы такая... Леонид Белозарович. Нет, Белозарович – это Мосфильм. Да. «Нота» – это «Нота». Вот. Ну, и как-то вроде так потихоньку втянулся. Потом Таня Однорубова позвала. Угу. И вот уже потихоньку... И когда уже как бы и «Цыганская почта» пошла уже, да, и все. Ну, это да. Это быстро, и все, бывает. Как бы... За год буквально я влился и уже... А вот насколько тяжело было вот вливаться? Вот приходишь, а там маститая компания такая сидит. Ты знаешь, ну, когда... Там, понимаешь, какая штука? Ну и сейчас так же, никуда это не ушло. Мы же все немножко так перетекаем из одной компании в другую. Так вот. Сейчас по одному пишут. Раньше так команды писали, да? Это было лучше. Да, это было намного лучше в том плане, что как бы ты учился, ты... Тебя поддерживали. Воровал краски, да. Я, кстати, могу уже сказать, у кого я что-то воровал. Очень потом... интересно. Вот, да. Хорошо, не вопрос. А я про свои помолчу. Вдруг пригодится еще когда-нибудь. У меня-то нет как бы основного стержневого. Я вот такой в этом смысле. По мелочи. По мелочи, да. Тут немножко, тут что-то. Что-то там услышал, там услышал. И это было, да, очень хорошо. И в принципе, когда ты занимаешься этим делом, это же и театральная такая штука-то. Мы занимаемся одним делом, и поэтому без любви нельзя. И все любят друг друга, и все поддерживают друг друга. И нет такого, что там, не получилось, только вот сидит, не получилось, и ты будешь сидеть, пока не получится. Ну да, 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 конечно. Куда ты связан, понимаешь? И поэтому, наоборот, идет такая любовь и поддержка.
От всех причем. От, в этом там, плане раньше, да, хорошо. От режиссера до этого. Открытый обмен энергии. Да, да, да. И она как бы вот именно помогает, вот это помогает, любовь. При том, что и ты дома, я не знаю почему, может быть, вот, кстати, в качестве совета тем, кто хочет этим заниматься и готовиться, я не знаю почему, но я до того, как еще будучи студентом, я старался привыкнуть к своему голосу. Я к нему до сих пор не привык, по большому счету. В записи? Да, в записи. Все равно я вот слышу себя, я сразу выключаю, потому что как, ой, мерзость какая-то. Вот. А я уже научился получать удовольствие. Вот. Особенно в сериале «Кости». Да, да, да. Все знаем, да. Жизнь заставит не так. И я, как ни странно, я себя записывал на диктофон и слушал. Заставлял? Заставлял, да. Я слушал себя и пытался понять, где вот что не так, что, как, куда двинуть. И вот это мне помогло. При том, что я еще очень любил с детства аудиокниги. Угу. Я вырос вообще в библиотеке для слепых. Не то, чтобы я был слепым. У меня тетя работала в библиотеке для слепых. Вот. А я на лето приезжал, ну, то есть... Все городские дети уезжают в деревню, да, а ты в библиотеку. А я в большой город уезжал к тетям, либо в Питер, либо в Киров. Вот в Кирове у меня была тетя, которая работала в библиотеке для слепых. И я как бы с ней все время хвостик, и мы в читальном зале пропадал просто целыми днями. А там горы пластины просто, ну, библиотека для слепых. Ну да, 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 да. Потому что я научился даже по Брайлю читать, но не пальцами, а именно глазами. Точку-то видно, да? Ну да, я сидишь, читаешь. И вот там было горы пластинок, я слушал бесконечно, улетал в эти миры потрясающие, конечно. И вот тогда, вот если вспомнить, почему я стал артистом, вот именно поэтому, от наслушания. То есть ты вернулся в результате? Да, в результате, да, я вернулся к тому, к чему, собственно, я даже не то, чтобы я мечтал, а вот ты попадаешь вот в этот мир, да, и поневоле, хочешь ты этого, не хочешь, тебя этот мир все равно... к себя сосет, ну, да, да, заберет да, да. тебя, потому что ты к душе уже прикипел, тебе нравится. Ну да, но это же все равно, и как и книги, и кинематограф в целом, это же конечно. Все такой вот этот прекрасный, зачастую прекрасный. Готовься, следующий мир. Будешь, а у меня там вопрос про анонимных собеседников. Это, ребят, была очень забавная программа, потому что задумка была вообще другая, но когда мы вошли в то, что они придумали, зеркальное... если кто помнит. И а вот, то, что вы слушали, когда мы, да, надо да, было да, отгадать человека. Когда мы надели наши костюмы, эти блестючие, то тут, как это, надо как-то соответствовать. Только я весь в белом, в бабочке, во фраке, в блестящем, в белом, а мой партнер в голубом, Андрюшка, весь, значит, голубой. И это была очень забавная программа, мы даже взяли там, в 95-м году, это приз журналистики за лучшую программу там туда. Нет, здорово, мне понравилось. И это было очень забавно, очень мило, там мы встречали гостей, нужно было догадаться, кто там сидит за этой там штукой, потому что мы переводили просто их слова. В Вахтанг Кикабидзе мне была такая штука, после слова «Саша» я не перевожу то, что он говорит, потому что это обращение ко мне, говорит, «Саша». Немедленно уберите акцент, иначе все подумают, что здесь Дубрани. Или там приходит один артист, а вот здесь, на этом стуле, до меня кто сидел? Я говорю, ну там кое-кто. Говорит, я теперь на этом стул не сяду, извините, пожалуйста. И вот в какой-то момент, уже прямо в конце вот этого всего вот ужаса и приключений, и замечательных, было очень весело. Значит, звонят наши девочки, но не Мордюковой, которая, значит, и, можно сказать, при мне, и я слышу, что она говорит, говорит, куда? Один голубой, другой весь в белом. Да пошли вы! И я, в общем, понял, что с этим пора заканчивать. Ну, собственно, оно после этого и закончилось. Как Ярослава Георгиевна встречается на Пифагоре, говорит, вы чего? Когда-то же, помните частушку? Нет, не частушку, стих. Мне нравилась женщина. В белом, а теперь я люблю в голову. Мы закрыли программу «Анонимные собеседники». Слава тебе, Господи. Я уже забыл, о чем я говорил.
Курылёва ты начал. Ярослав Гурилёва. Филимонов, вы с Груздевым издеваетесь надо мной? На Первом канале включаю. Груздев говорит. Текст читал Дмитрий Филимонов. Ты говоришь, ты Александр Груздев. Вы что? Ярослав Георгиевич, все началось с того, что мы читали с Сашей «Доброе утро». В программе «Доброе утро» да. Мы озвучивали всякие роли. Да, и если там не было подписи мужской, а были женщины только, нужно было, поскольку мужчина читает, нужна была мужская фамилия. Ага. И надо было там... Свою. Виктория Досевич, та-та-та, Александр Груздев. А все говорит, я не хочу с собой. Моя мама увидит, что ты за нет, я не хочу. Говорит, ну говорите, что хотите. Что хотите? Хорошо. Дмитрий Филимонович. Получили. Я прихожу, он говорит, а ты сегодня уже отработал. Я говорю, в смысле? Ну, вот я читаю. Я ему просто привет передавал. Это не проблема. Я говорю, так тебе с утра. Александр Груздев. Все, ликвиды. Он приезжает, и мне привет. Я включаю телевизор. Я оттуда. Нет, у меня была другая любимая. Потом мне запретили, правда, это делать. У меня была передача «Сами с усами», где я, ну вот как сам себе режиссер, надо было сюжеты какие-то озвучивать. Я говорю, ребят, а я могу... Тут закреплено, я могу что угодно говорить. Да, конечно, что угодно, импровизируйте. И у меня там был и иранский силач Бейлин, что-то какая-то девушка, которая разводила собак Ярослава Турылева. Там был Миша Багдасаров из Москвы, который... Там я прошел по всем, потом им стало обидно, они говорят, нет. Мы закрепляем, и они стали своим друзьям передавать, чтобы я говорю, не, это я буду читать. Нет, но это как у Бакиной, у нее же в любой работе, если там есть собаки, там будет обязательно там Тартюф, там будет обязательно. То есть кто кому переводит? Да, собака переводит, собака, да, кто друзьям. Да. Вот так и получается, ежели не по любви, то за деньги. Это да. Криса Пайна без голоса Александра Коврижных не могу представить, и мы не можем. Да, листательно его делать, да. Я вообще его не могу представить. Саш, Стартрек. А, Крис Пайн. Да. Крис Пайн. Да, да, да. Вот. Серьезный вопрос к гостям. Как относитесь к мату в кино, и часто вы в жизни используете крепкое словцо? Я отрицательно отношусь к мату и в кино. Отрицательно. И я отрицательно. Ребят, но вообще так не разговариваем. Я могу использовать в жизни. И я могу. Хотя за мной теперь следит мой сын и говорит, папа, это плохое слово. Хорошо. Вот он мне дебил запретил говорить. Вот, Ну какой сын-то, не которому 40, а которому. Которому 40. Он уже сам так говорить умеет. Да, не, но он тоже не говорит, он интеллигентный. А младший. А, кстати, сколько у нас детей на троих получается? У Грузии все равно больше. Нет, нет, ну я просто общую сумму посчитаю. Так, у меня четверо. Мои шестеро плюс. Десять. Трое всего. 13. 13. 14. И у меня один. Вот так вот. Опа-на! Да. Должен же кто-то заниматься демографией. Больше, чем футбольная команда. Больше, чем футбольная команда, да. А по поводу исхода, не исхода, а как это называется, истоков, я сейчас вдруг вспомнил свой первый закадр. Мой первый закадр, справа Вихров, слева Клюквин, и меня нет. Я мокрый. И я... 15 раз говорю одну фразу, и она не получается. И они вот с таким любопытством меня... Они ничего не говорят. Да? Они просто очень внимательно с двух сторон. Да просто интересно. Да. Какая обезьянка. В итоге выговорит или нет? Да? И я говорю, все, я скажу сейчас! И опять не говорю. И они так еще внимательнее. Ой. Оба смотрят, и я говорю, я обещал вам. Говорит, да, я вас обманул! Как я записал этот заказ? Я вас обманул! Браво! Это хорошо, но замечательный куплет. А вот тогда такой тоже вопрос дальше. А с кем страшнее всего было работать? Вот с кем нервничали прямо вот когда вот молодые были? Белозарович. Леонид Григорьевич, так. Да, Белозарович. А больше и ни с кем. А, да, в общем, и хватит. А все остальные нормальные. А что, да? После Белозаровича уже ничего не страшно. Согласен. Не, я чего вы? Я какое-то время я Турулёву боялся. Я боялся Турулёва. Нет, я не боялся. Потом перестал. Нет, она говорит, ну чё, дебил, прости, Дима. Заходи, дайте ему текст. Возьми текст ты.
На, ну встань уже, давай, и послушай вот это. Отлично, услышал, да, пиши. Молодец, пиши. Молодец, смотри, как записал. Хорошо, молодец, хорошо записал. Хорошо, на, все, заберите текст. Вот, вот мальчик, да. Зашел, хорошо все записал. А вы тут дебилы стоите. Это вот. Про Робин Гуда. Про Робин Гуда, а вы, да? А вы все идиоты. Что, не могли записать? Вот пришел артист. Вот он. Записал. Груздев его фамилия, запомните. Я, придурки, кстати, вот он! У Трулёва я записал свою первую главную роль. А я убил Лазаревича как раз. Во. Я не помню. Первая большая роль, да, была у Леонида Григорьевича, а с Трулёвым я, по-моему, через год после этого познакомился. Но уже не так страшно было, да, потому что Билл Лазаревич на меня очень сильно кричал. Очень сильно. Я понимаю, да. Вот то же самое. Думаю, за понимание. За понимание, да. Я как раз сами с усами передал ему привет. Из Белоруссии там какая-то была ситуация. Кто-то изобрел... Белорусы изобрели машину на дровах. Вот. И там надо было подписаться, и у меня три варианта. Беспалый, Антоник или Билл Лазаревич. Я выбрал Билл Лазаревича, и я говорю, там... Александр Николаев, да, Леонид Белозарович, Минск, Беларусь. На следующий день, в 8 утра, он же встает рано, он же собака ложится рано и встает рано. Солдат-моряк. Он меня будет в 8 утра, говорит, ты что делаешь? Ты чего делаешь? Я говорю, что? Делаешь-то что? Я утром пью кофе. Пью кофе про Минск, про наших изобретателей. Смотрю сюжет и пишу. Леонид Билл Лазаревич, Минск, Белоруссия! Я кофе вобрился! Я говорю, Леонид Григорьевич, а у меня мысли идут. А я вспоминаю, что у него сегодня день рождения. Я говорю, Леонид Григорьевич, я вас поздравляю с днем рождения таким образом. Не, ну спасибо, приятно, конечно. Но, блин, надо предупреждать, я кофе вобрился! Я в свое время, Дима, вспоминался до этого, когда, ну, бывает вот, ну, плотное расписание, ну что-нибудь обязательно забудем, кого-нибудь вылетает из башки звонок. Саша, а вы где? Вот это холодный звонок. Укрываешься. У меня так было всего три раза. Всего три раза. Это много. Да. После третьего раза ты становишься подводной. Да. Вот мы с Баргударовым подводные. Ну ладно, уже все. Один раз это было на НТВ с... Ну, не важно, Литва, как фамилию, имя вообще забыл. Наталья. Ну, важно, да. Литва. Потом было с Ольгой Борисовной, один раз, с Ольгой Борисовной. Вот. Я говорю, не с тем, вообще не с теми людьми, с кем надо бы, которые, ну, спокойно, а тут, блин, сразу избил за руки. Ну, это все, это, Саня, ты рисковал. Но меня спасло одно. Попадание. Я пришел, ну, Билл Лазаревич, я записал, ну, и пришел на Мосфильм, а он, сука, на пипку. Я на Мосфильм. И слава богу, то я, он писал там гуры еще, и я успел, просто взял так с ним, за 10 минут долетел до Пифагора. Ребят, нет, Леня на самом деле он человек. Да он нормальный. Дело не в этом. Да он нормальный. Лёнь, извини, я... Ты думаешь, он тебя смотрит? Это все Филимонов. Друзья, зрители... Пожалуйста, когда вы отправляете донаты, выберите полосочку, кому конкретно вы отправляете. Фига донаты. Себе! Мне не надо. А вы так иначе, вот иначе мы просто не видим... Пропьемся. Мне от вас ничего не надо, сказал Камрижник. Нет, тут просто два доната. Костенька Погодаев, спасибо тебе, дорогой друг. Дмитрию Федоровичу с искренним почтением и всесоюзным уважением. Это так сделать. Костенька, благодарю. И Флоро Филмс, просто легендам. Легенда. У нас сегодня действительно легендарные гости. Рассказываю, опоздать к Билл Лазаревичу — это зачирикал на всю жизнь. Это все. И поэтому никто не опаздывал. Лучше раньше. И подходит Билл Лазаревич, а у меня была вторая жена, артистка. Говорит, слушай, ну а Милкумова твоя озвучивает? Я говорю, ну я один раз ее брал на закадр, она после этого сказала, никогда больше в жизни не скажу ничего про твою работу. Она обычно говорит, ну ты же не кирпичи разгружал, что ты не мешки ворочил. Приполз, да. Я говорю, ну давай, пошли. Она поняла, что это такое. Говорит, ну давай я на Гургуры позову. Она говорит, меня Билл Лазаревич позвал на Гургуры. Я говорю, значит так,
Как работать, это не важно. Главное, вовремя приди. Обязательно. Она выехала за 2 часа на машине, попала в пробку. Прямо вплотную вбежала в Мосфильм, заблудилась там. Ну, когда она пришла, уже Гургура записали все. И она идет и рыдает. Уже рыдает. Она идет по коридору и рыдает. Навстречу Белозарович. Говорит, Юля, что такое? В чем дело? Я к вам опоздал! Главное, чтобы тебя никто не видел, потому что я тебя вписал уже. Деньги получишь. Деньги получишь. Уходи, уходи. Спасибо. Вот нормально. И про Белозаровича. Я на ноту приезжаю и должен был чего-то. Он говорит, ты знаешь, Леня не может сегодня. Какой-то мультик. Неправильно. Какой-то нет, я... нет, нет, нет. Саня, это тасманский дьявол. И я отобрал. Подожди секунду. Это тасманский дьявол. Пропустили несколько больших фраз и неловко Белозаровича звать дописать. И говорит, ну придет Грузев, он все роли перепишет и все. И когда Белозарович... Я все роли переписал. И когда Леня узнал, что это его любимый, он же полюбил этого персонажа, переписал Грузев. Да я бы приехал! Я бы ночью приехал бы записал эти 4 фразы! Почему Грузеву? Ну, чтобы вас не тревожить. Нафиг потревожили бы! И я жив. И ты жив. Вот. И больше того, он когда услышал, он сказал, молодец. Пришли, молодец. Молодец. За Леонид Григорьевича давай. Да, давайте, да. Григорьевич, если ты нас слышишь. Ура, товарищ. Будь ура, здоров. Ура. Потрясающий человек. А по поводу жив, Леонид Григорьевич еще и охотник. У него ружье есть. Ружо. Значит, зря мы сейчас вот тут. Да. Будет на вас лично охотиться. Ну, же ребятушки, тут вот вопрос хороший был. Подайте мне, пожалуйста, вон так. Мышку мне верните, пожалуйста. Запивочку. В стакане прямо она стоит. Да. А спрашивают, вот Александр Коврижных свою первую работу в кино помнит ли «Уроки в конце весны» Олега Ковуна? Кого он там играл и озвучивал ли он сам себя? В кино это я играл, да? Ты иногда снимаешься в кино-то. А, я иногда снимаюсь, да, в кино. Не все против, не все мимо тебя. Нет, конечно, не все, да. Нет, я вот помню свою первую... роль в большом кино в озвучании. Угу. Это был первый фильм из «Властелина колец». Я озвучил вот этого мужика, который выглядывает эльфа из-за дерева, мол, они когда идут, просто выглядывают, мол, ля-ля, я тут, типа, мол, пойду, я слов не помню. Вот это я помню. А слова были, да? А слова были, да. Потому что, когда я потом попал на гастроли в Америку, и мы случайно встретились... Ну, кстати, идем по 5-й авеню с Надюхой, да. Ну, гастроли, авеньонские вечера, отрывали. Да. С Надюхой идем. У нее, кстати, у Нади Гореловой сегодня день рождения. Давайте ее поздравим. Ура! Надя, ты не смотришь этот стрим, ну и не надо. Вот. Это и идем, и вдруг навстречу нам идет наша сокурсница, Наташка Назару. По 5-й авеню. С продюсером со своей. Она там диск записывала, пела. И продюсер тролливали на радостях, устроил нам, он сделал нам подарок и пригласил нас на Чикаго, на мюзикл. Ага, ага. И мы пошли на Чикаго, на мюзикл. Я наконец-то увидел настоящий американский мюзикл. Но до мюзикла мы куда-то зашли в кафе, потом в магазин. А в магазине там, вот как раз это было, это «Властелин колец», и там эти бесконечные вот эти как, ну, на бетакамах, диски, нет, как, кассета, ага. Да. И я что-то продюсеру говорю, а я вот озвучивал тут одного маленького персонажа. И продюсер на меня посмотрел, как на бога просто. Властелин колец? Ну да, ну что-то там. Ну не же это. Ну то есть, я просто, я после вот этого, да, я до конца уже, я был просто полубог. Вот эти какие-то женщины тут рядом, и вот этот вот полубог. И он все время на меня даже, не знаю, что-то ничего не спрашивал, просто смотрел. Ну, конечно, к такому прикоснуться. Да. А мы что-то, да я что-то там, да, что-то там. Из-за дерева выглядывает. Из-за дерева что-то выглянул. Ребята, мол, сюда проходите, я вас доведу. И все. Вот это моя была первая роль. Прекрасно. Да, ой. Саша, у тебя какая была первая роль? В большом кино. В большом кино. Ну, я не снимался в большом кино. Не-не-не, в звучании. Полный метр. Нет, я тут недавно, я встретил человека, которого я... задублировал в нашем кино, у него была главная роль, это была его первая главная роль. Угу. Сейчас он как бы активно работает в кинопроизводстве.
А тут вдруг мы встретились за столом. И он еще водочки мне подливает. Я говорю, ну так это я. Он говорит, кто я? Я говорю, ну я это тот, вот этот вот. Вот тот. Который вас. Который вы убить, задублировал. Убить хотели. Задублировал в этом вашем первом фильме. Это я. Саша Груздев, это я. Ты знаешь, я думал, сейчас начнутся шутки, а он реально, блин, обиделся опять. Реально. Реально. Ну, тут уж я другого смогу подобрать. Опять глаза. Не могу, не могу. И, блин, так, и обидка, я думаю, ну, пожалуй, я это. И я это тихо, не, тихо. Ну, есть... И я ушел с пьянки, потому что, ну, зачем же это? Зачем же рисковать-то? Ну, да. Нет, замечательно. А вдруг у него тоже ружье есть? А все говорили, так это удачно, так удачно получилось, прям голос влез, прям туда. Ты просто спас, можно было. Может, так, все роль сделал. Да. Это одна из первых ролей Никиты Юрьевича Прозоровского в фильме «Плюмбум», где он очень переживал, что там над ним всякие массовочники издевались, а он нервничал в первую работу. И ему не позволили себя озвучить. И Леша Иващенко его озвучивал. А у Леши это была одна из первых ролей в озвучке. То есть это первый раз снялся, а этот... И вот вот мы... они где на самом деле, да. Легенды и мифы. А мы тут так, тихонечко, так рядом, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Я, кстати, Марата Башарова озвучивал однажды. Вот так. Прекрасно. Да. Он на этом своем ледовом побоище голос потерял. Ага. И режиссер срочно, ну там кастинг был устроен небольшой. И я попал как-то вот Марата Башарова. Угу. Я озвучивал Марата Башарова. Ну видишь как. Да. Нет, а... Единственный раз в жизни, когда меня пригласили на какой-то сериал и дали мне персонажа, я посмотрел и сказал, ребята, а там питерские артисты снимались. Я говорю, вы можете потратиться на билет и пригласить этого человека, потому что он гений, и я так не смогу. Ну, действительно гениальный артист. Mm-hmm. Я даже не знаю, кто. Я после этого хотел извиниться, ему там написать, извиниться, позвонить. Ну, гениальный артист, у него эпизод. Какой-то вот начальник станции. Я говорю, я не могу так органично. Это он, ну, потратьтесь, Дмитрий, если не вы, мы позовем другого. Я говорю, прости, мужик. И сделал. И они, чтобы мне как бы компенсировать мои муки, они дали мне большую роль. А парень... С дефектом фиксы, с прыщавым лицом, немытой головой. Мы графья Орловы. Это про императора было. И это было испытание. Вот нет ничего хуже плохого артиста озвучивать. Я скажу по испытанию. Это было... Я говорю, ребята, это вы мне как бы подарок сделали за то, за того гения, понимаешь? А тут надо было хоть что-то. Ну, это было чудовищно. Это... Бывает же такое. Бывает. Да, бывает еще и не такое. Бывает. Я вот снимаюсь в сериале. Давно-давно это еще было прям. Я еще такой молодой. Еще бороду мне надо было клеить. Они клеили. Я играл какого-то геолога, который сериал детский какой-то. Папа геолог возвращается, значит, туда-сюда. Я видел. И перед ЦИК Катавасия назывался, по-моему. И, значит, у меня небольшая роль папы, который вот на короткое время просто приезжает, быстро мелькает перед сыном и обратно туда. Делает другого сына. Ну, по-быстрому. Все хорошо. Давай быстренько, Саш, ты молодец, активный, ты актер, ты сейчас все придумаешь. И я придумал себе. Мы с тобой... Что такое, ребят? А у них там стояло, как раз снимали в студии, где до этого снимали какое-то... Шоу, капуста лежит, нож, разделочная доска, что-то там смак порезано, блин, я говорю, так давайте, ну давай вставь камеру, давай, так, сын, мы с тобой сейчас будем делать, да, и я еще, и у меня текст, и я режу капусту, говорю текст, общаюсь с маленьким, да, и что-то еще делаю, и потом, говорит, ну и теперь озвучание. И я понимаю, какой же я идиот. То есть,
это так очень хорошо смотрится в кадре, но задублировать это ни хрена, блин, невозможно, потому что вот с полпинка и со второго нельзя, и с третьего. Мы сначала репетировали, ну, то есть это дорого далось, ребята. Значит, будете сниматься, помните о дубляже. Да, что потом еще озвучивать придется это. С чувством, с толком, да. С расстановочкой, спокойно доносим, да, текст. А и... лучше всего, как и Смоктуновский. А, отворачиваешь голову. Нет. И что ты говоришь Филимонову? Он вообще не артикулировал, когда играл. Правильно. Он вот так, потому что в это можно уложить. А я как раз вот с Даней Ильдаровым позавчера обсуждал, что Зайцев сейчас, например, так и играет всегда. Так правильно. Он Смоктуновского, значит, меньше артикулируется, потом туда что угодно вложить можно. Как ты? Я иду по Мосфильму, идет злой Женя Стычкин. Дима, ну я же не первый раз снимаю. Почему я такой мудак? Что так? Ну почему? Поворачиваюсь. Это невозможно озвучить. Ну почему спокойно нельзя это все сказать? Ведь вот это... Не, ну, опять же, если вспоминать каких-то больших артистов, Де Ниро, да, у него же тоже всегда... Он никогда-то вот так вот не делает. Он никак не делает! Он подумает, повернется в камеру и четко скажет свою реплику. Поэтому Оскар. Вот. Либо сделает так вот как-то. В отличие там от какого-нибудь, да, Адама Сэндлера, да, который вот он... Ой, это не приводит... А он не озвучиваемый, в принципе. Не-не-не, Петька-то попадает в него. Попадает, да. Но а это у меня, кстати, сколько терпения, Семенков надо. Попадал тоже. Да? Да, идеально. Я просто вот этих, кто из стендапа, это, ну, невозможно. Ну, всякие вот и... Я помню, на Эдди Мёрфи там и так далее. Волне стендапера какого-то давали тогда. Только-только началось это. Давали стендапера. Лет 15 назад. Ну, на Дерибасовской. И какой-то стендапер, у него фишка такая была. Он ставил какие-то стаканы с пивом и... Пока начинал, и к концу уже... Хорошая фишка! Всем такое, всем... И такие, и шутки у него такие же, опускаешь все ниже. С каждым бокалом. Это было, вот, вы, ну, как бы, протянуть эту нить, вот эту вот, от трезвого до пьяного было тяжело. Но это легче можно было бы сделать. Если вот, давайте протянем, да. Давайте. Не опуская... Но поднимая. Качество шуток. Качество шуток. Это, кстати, о пиве. Пока все молчат, расскажу. Значит, досталась мне как-то роль. Там Прищук играл в главной роли. И молодой какой-то человек. Они взяли модель. Ну, он красивый просто. Смотрится в кадре хорошо. Да. Мужик? Да, какой-то мужик. Я однажды снимался с Прищук, и я был... Они меня еще... Блин. Сейчас не про Полищука, а про модель. Я когда-то был красавец. Нет, я бы этого запомнил. Нет, просто я бы тебя запомнил. Слава богу. И не модель, Саня. Вот такая вот. Рассказывай, давай. Скулина такая была, знаешь. Ну, не важно. Не я, хорошо. Он в кадре запоминал только два слова. И я слышу, как на черновой ему подбрасывает. И вот надо было оправдать. Причем он делал паузы не как бы, ну вот, идет фраза, запятая, потом он что-то добавляет, запятая, и он заканчивает мысль. Нет, идет фраза, он что-то добавляет, вот это вот все надо было оправдать. Ага. Я не знаю, каким макаром нам называют, а роль главная, ведь полный метр. Из меня, я просто почему запомнил, 6 потов с меня сошло. Я понимаю. Пока вот это вот все. Уж коли зашел разговор, вспомнили про Полищук, я просто хочу... Господи, как это просто мне, не знаю, повезло, потому что я встретил этого совершенно замечательного человека. Это была какая-то проходная ролюха в каком-то, даже это даже был не сериал, а какая-то, ну или сериал, ну ты что-то снимался? Какой-то. Я снимал. Они меня утвердили. Ну, это не кино, а какая-то такая телевизионная программа. Да, ну понятно. Она была хорошая и очень разная. Ну, что правильно для телепрограмм. И я должен был, она играла какую-то Мата Хари, и меня привозят и говорят, ну муж твой, это вот он, ей говорят. Он так на меня посмотрел, говорит, вот этот? И говорит, ну мы его сейчас загримируем, и мне сделали
седину. А, в этом смысле? Да, приклеили там что надо, бакенбарды. Ты понял, он показывает на меня седину. Не на меня. Ну, короче, но самое главное, что я-то, и я понятно, ну, понятное отношение, она, и, ну, кто я такой, мальчишка, дурак, не, роль проходная, мне просто сказать ей какой-то монолог такой, типа мужа, который отправляется куда-то, там у нее, там все любовники, а мужик, ну, муж так себе, мне с лестницы спуститься, с мраморной. И она встала вдруг. Свои-то слова она сказала, и мои говорить. И она встает за оператором и подает мне реплики. И я в какой-то момент ей говорю, да не надо. Она говорит, ну как же. Надо. Работай. Вот, ребят, вот. Вот это вот. Вот. Нет, ребят, от партнера. От партнера очень много зависит. Я, честно говоря, плакал во время работы 3 раза. Это когда, знаешь, когда говорить не можешь, когда у тебя ком. Было такое. Первый раз на Беверли-Хиллз 90-210 под руководством Билла Заровича. И у меня был такой актер Вадик Курков, гениальный парень. Он, по-моему, делал этого Стива. Стива делал. Ошибаюсь, потом да. Чикан делал. Да. Когда Вадик погиб. И у нас сцена, он делал моего отца. И, ну, Отец Дэвида, я помню, да. Ты знаешь, как Леня работает. Быстро, без перерывов, не отдыхать, не расслабляться. И у нас там такая сцена, хорошо прописанная, вместе писали, и он делает, и там действительно очень трогательная сцена, и мы что-то выясняем, и я говорить не могу, потому что он играет отца так, что у меня ком. Слезы на глазах, я поворачиваю так периферийным зрением, смотрю, Вадик стоит, плачет. Как мы закончили эту сцену, я не помню. И пауза. Закончили, все. Был зарубеж. Все, перерыв. И после этого перерыв, потому что, ну, блин, ну это вот один раз, второй раз с Ольгой Кузнецовой и Лешей Золотницкой. Гениально! Золотницким, я уже не выговариваю. С Алексеем Золотницким, да. Гениальный фильм «Тандем» с Жаном Рашфором. И у меня тоже какой-то французский комик. Они в паре. И тоже очень трогательный фильм. И в конце мы с Лешей оба с трудом выговариваем. Это зараза Кузнецова, которой не надо говорить, просто сидит, рыдает. Ну вот это дорогого стоит. Ты понимаешь, когда актеры, когда вот это вот происходит, я хочу посмотреть этот фильм, я его не видел. Но это просто фантастическое. Ну и последний раз, когда мы его Чарли убивали. Глости, да. Ой, это такая сцена. Я с 4-го раза записал, потому что я не мог говорить. А он и не говорил там, ну, если там, помнишь. Он на руке написал «Корабль не Пенни». И... Да, но это очень тяжело было. Очень крутая роль. Как это сделали? Я там... Они молодцы. Так обидно было. Мне было обидно, что его убили, но... Да. Это, я говорю, как в хорошем. Во-первых, хороший актер очень, да, и во-вторых, сюжетная линия у него очень интересная была. Поэтому я чуть не убил Бурляева, когда обсуждали у Гордона этот сериал. И он стал говорить, да говно у них артисты, и фильм у них говно, у нас самое лучшее. Я говорю, так, стоп, про все можете говорить, про моего не смей. Не трогать, не трогать. Что такого, я говорю, мой лучше всех. Ну, не знаю, мне сериал очень нравится, я поэтому я от него в восторге. Сменить забавную раскладку на ноте меня и господи, ну Никит куда? И утверждают на 2 главных роли в какой-то сериал. И 2 главные роли. Озвучка. Озвучка, да. И нота. И мы начинаем писать, понимая, что вот он пришел, сериал, мы сейчас будем по 3-4 серии хабат за сменку. По 3. Заработаем. Да. По 3. Как ты скажешь? Нет, сам нет, себе по 3. По 3-4, по 3-4 можно. По 3, по 3. Ну, не важно. Ну, короче говоря, дело не в этом. Дело в том, что мы пишем, записываем, вот это записываем. Первая серия. Хабац и героя Никиты Юрьевича убивают. В конце первой серии. И он так говорит, а ты... Не, тихо.
плачу, и слезы темноты. Я говорю, Никитка, давай поменяемся. Пока не поздно. Давай ты будешь вот так. А мы его пускай убьют. Согласился? Нет. Кто бы? Ну да. Это замечательно. Сериал «Египтус» на Пифагоре. Дают первую пилотную серию. Я говорю, ребят, остальные, запишите это, пробы, распределите роли. Я говорю, ребят, а дальше-то что будет? Вас не касается вот эти вот... Там две главные роли. Куценко и Прозоровский. Вот. И какая-то маленькая роль... Ну, Данька Ильдаров. Это был единственный сериал, где... Груздева не было. Вот. Единственный в мире. Да, я без Груздева и без Шорохова не работаю. И я все сделал, их утвердили на эти роли. Вначале у нас донат от Валентина Филимонова. Да ладно! Валя, не трать на нас деньги! 1000 рублей! Сет! Зебак! Еще у нас донат от Бориса Новикова. Очень хочется, что... Прости, пожалуйста. Валя, я верну тебе две. Очень доната хочется лаверды что-нибудь спросить, но с вами так весело, что просто скажу спасибо за все сразу. Да пожалуйста. Саня Досевич, тебе отдельное спасибо за таких потрясающих гостей. Валера, Вик, привет. Привет, привет. Ребята, гостям спасибо за таких потрясающих гостей. Я-то здесь... Гостям за гостей. Гостям за гостей. Это тавтология. Я так специально сделал. Молодец! Так вот. Поймаешь. Вторая серия. Двух главных героев убивают. А они утверждены. Куценко и Прозоровский. Да, а все вот эти вот, весь этот гарнир, то, что был Даня... И тут вхожу я. Не было тебя. Нет, это единственный сериал без Груздева. А гарнир, где был Даня, они становятся главными. Работает только Ильдаров. А Куценко, он уже утвержден на этот сериал, но у него нет персонажа. И я его зову, и говорю, Олег, 5 серий. Простите, я не знаю, нас обычно Даня смотрит. Помолчи. 5 серий. Здесь ты мумия. Здесь ты мальчик. Куценко. Я говорю, прости. Вот. Я говорю, что ты извиняешься? Ты мой любимый режиссер. Я за 15 минут 5 серий записываю. Блин. Я говорю, ну я ничего не могу делать. Я вас выгнать из сериала не могу, потому что вы утверждены. А всех остальных делает Эльдаров, потому что он попал в это. Я не виноват, что вы с Прозоровским погибли в начале второй серии. И там был Чеховской и Эльдаров, в конце концов, и я. Потому что я-то всегда на подхвате. Бакина про мальчика рассказывал. Это прекрасно. Антоник, значит, Антоник, Бакина, и, там, и брали они кого-то еще все время. И нужен был мальчик на следующий день. Мальчика не нашли. Бакин говорит, смотрю, подъезжает Антоник, выходит из машины. Рудик Панков. Ты нашел, говорит, моя мальчика. Он говорит, а кого я еще найду? А был ли мальчик? А записал нормально. Не, ну это Антоник, услышав меня, как я пою на дне рождения у Леонида Григорьевича Белозаровича, это был единственный день рождения, на который я был приглашен, потому что на следующий день вообще рождения... Да, потому что я на следующий день рождения не пришел. Я уже приходил сам. Нет, я не пришел, и все, меня зачирикал, он на меня обиделся. У меня был запеченный поросенок! Я говорю, и что? А ты не пришел, все! Больше не приходи! Ты не просто опоздал. Я не пришел. Да. Дело не в этом. Страшная вещь. И Антоник услышал, как я пою. Вот, и в следующем сериале он меня зовет и говорит, вот и заставочную песню надо спеть. Включает, а там Элтон Джон поет. И я говорю, Володь, я говорю, ты уверен, что это я? Но я не пою! А кто? А ты вот, пожалуйста. Ты поешь. Я говорю, ну я не смогу. Что значит не сможешь? Я слышал, ты пел под гитару. Да, нормально. Все было нормально. Я говорю, это не мой уровень, не моя тесситура. Да. Я не смогу это спеть. Я говорю, оставьте Элтона бедного, пусть он поет. Может, это был не Элтон Джон, но был того уровня. Было похоже. Ну да, того уровня. У нас, на самом деле, в озвучке так и происходит. Как у меня замполит, я печатал хорошо и там оформлял. Он говорит, а вот еще, говорит, надо нарисовать портрет солдата масляными красками. И я говорю, товарищ Запалит, я не умею. Заодно научишься. И вот это стал мой девиз по жизни. Заодно научишься. Поэтому иногда думаешь, я не могу, я не умею.
садишься, ну и заодно научишься. Вот, вот, подождите, я же вспомнил про куклы, про куклы. Я в куклы, это какой-то год, и я там Черномырдина, и я приезжаю. Надо было другую футболку надевать. И я приезжаю, значит, и они мне говорят, ты должен сейчас спеть арию Германа. Сидит композитор Леша, сидит звукорежиссер Аркадий. Это Чайковский, значит, для тех, кто не знает. И говорит, Чайковский, ария Германа, пиковая дама. Написан текст. Я говорю, ребята, это невозможно, у меня нет слуха. Он говорит, заходи в студию. Через 6 часов я выхожу мокрый из студии, они сидят тоже в такой легкой забавности и говорят мне, теперь у тебя, Саня, слух есть. За невозможное. За невозможное, да. Ну или за обретение слуха там уж как. Я тоже слуха. Давай, ребята. И ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Пишите комментарии. Кто я это? Об этом расскажу. Кто это? Присоединяйтесь. Это голос свыше нам. Как-нибудь ставьте лайки. Это голос? Так, а Чайковскому тоже 40 лет. А Чайковскому, да, скоро 40 лет, да, вот и говорят, что... Господи, а если... Они ровесники. Да, да. Блин, ребят, это шок. Моему сыну 40 лет. Валя, тебе 40 лет! Больше не донать. А он пишет вот здесь, лучше напомни, кто переводил Египтус. Выше да, включения. Ребята, у меня есть любимые артисты и любимый переводчик. Я говорю, ребята, у меня есть без Шороха и без Груздева я не пишу, без Камрижных могу писать, но без этих нет. А переводчик у меня свой. Родной, которому я могу сказать, Валь, фигня, он говорит, исправит. Надо по-другому. Да, надо по-другому, не проблема. Валька, привет. Он молодец. Молодцо. По поводу, кстати, слуха и голоса. У нас на прошлой неделе у нас была Олечка Кузнецова. Она очень просила тебя, чтобы ты спел про два вокзала. Да, ну пойдем. Очень просила тебя спеть про два вокзала и сделать ей отдельную нарезку. У меня есть один друг, режиссер, кинорежиссер, который эту песню называет «Три вокзала, два моих близнеца». Сволочь, сука ты, Валера. Вот. Я не сука. Валера, это не к тебе. Но он хороший режиссер. Вроде настроено. Я за счастьем босиком по песку. Мое счастье головешка в огне. Но шагами не измерить тоску. От Чертанова до Купчино мне нет, не склеить мою жизнь, не связать. Нужен выход, только выход непрост. Если б что-нибудь я смог доказать, прыгнув с Крымского на Анечков мост. Как я суетен, мой Боже, прости, не вписаться мне в крутой поворот, долететь бы, доскакать, доползти мне от мойки до Никитских ворот, но, побыв чуть-чуть, сбежать далеко от семейных карамелевых нег, на пролетке по Тверской до Ямской и обратно к Черной речке на снег. Год за годом точит вечность слеза, это жизнь заколдованный круг. Недоверчиво сощурил глаза петербургский мой тусовочный друг. Ты ж не первый год со мною знаком, отчего ж не веришь мне, дуралей? Если надо, я дойду босиком от Сайгона до больших гоголей. Погляди, бездумный глаз зеркала отражает блеск монетных светил, и по всей Руси раздев догола длинный рубль человека свинтил. Сколь не мучь свою судьбу,
не чечет, не воздаст тебе Господь за труды. Это боль моя фонтанкой течет и впадает в патриаршие пруды. Мне б друзей хоть на поминки собрать, да туман такой, зови, не зови, что в тумане не могу разобрать. Вознесенье или спас на крови, что-то память стала мне изменять, что не вспомню все церква, да погост, да еще вот, что на Невской гулять не пускает свет рубиновых звезд. И я бегу, а в небе мечется вой, не пускать мить его туда, под лица, и промок насквозь бессменный конвой. Два вокзала, два моих близнеца. Каждый день туда идут поезда. Так чему ж во всем судьбу обвинять? Навсегда я не уеду туда. Мне ли шехтеля на Руси менять? Браво! 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 Ну, при живых поэтах... Ай, молодца! Я мертвый. Прекрасная песня. На, ребята, тут недавно пел в одной компании гениальных гитаристов и авторов какую-то свою песню, и Женя Быков, гениальный аранжировщик, гитарист. Хорошо, но длинно. Я теперь начал задумываться. И вот этим пальчиком вы зря вот так. Не, ну длинно, просто длинно в смысле длинная песня. Должна быть короче. Ну, не знаю, мне вот грузинские длинные нравятся. А тут некоторые пишут, что не знают, что ты на гитаре умеешь играть. А у нас есть Александр Коврижных на гитаре умеет играть, и Александр Груздев умеет. И Александр Досевич умеет. Это вообще бог. Как я не умею. Вот ну-ка давай. Ребята, предупреждаю, у меня в ре настроено. 5 аккордов, все. Вам будет неудобно. Я 3. В 3 уложишься? Конечно. Кто меньше? Кто меньше, кто в 1. Ну, в один не знаю песен. Нет, в 3 аккорда-то много чего можно. Я вас знаю песню в одну струну. Это «Побег из тюрьмы», который? Нет, подожди, у Акуджава в 2 аккорда есть песня. А может быть в 3. У нас был донатик. Мне пеняют, что я чат не читаю. Друзья, простите, пожалуйста. Давайте почитаем. О, у нас донатик. Добрый вечер. Хочется сказать спасибо Александру Коврижных за клоуна Санька из АБВГДейки. Вот, для меня очень неожиданно. Я даже нашла некоторые выпуски в сети. Сейчас я приду. Давай. Да, прекрасно. Я тоже иногда... Теперь вот своему младшему сыну ставлю иногда АБВГДейку сам. Ага. Ностальгирую, слезаю, течу. Так хорошо ж было, че? Да, да, было. Весело. Весело, очень весело. Ну, я АБВГДейку помню, в 90-х она, по-моему, была. Да, ну вот я вел с 2000 по 2004. Это уже чуть позже, но она еще раньше же была. Да, ну, программе-то уже сколько лет тут. Да, да, да. Сколько, полтос, наверное. Александр Александрович, каково было однажды Леонида Брежнева озвучивать в одном отечественном сериале? Ну, то есть, актера роли молодого Брежнева. Да, история очень замечательная, хорошая. Она мне импонировала тогда. Потому что режиссер, когда проводил кастинг, он дал послушать голоса своим женщинам. Ну, я не знаю, он так сказал. Мои женщины. Кто уж это? Может быть, дочь им? Жена, может быть, дочь, жена и сестра, не знаю. Ну, там один режиссер. Угу. И говорит, а я как бы доверился их вкусу, и ваш голос выбрали мои женщины. О как! Да. Потому что, говорит, ваш голос очень сексуальный. А Брежнев, я их понимаю, а Брежнев, ты поспоришь. Брежнев был мужик сексуальный вообще. Молодой, я в этом ни черта не понимаю. Но, скорее всего, да. Да. Я про себя так не думал тогда, но после этих слов стал думать про задумываться. Себя. Задумываться, да. И начал бархата иногда включать в разговоре с женщинами. Помогает. Бесперспективняк. Мне кажется, и молчком будет прекрасно. Сань, а с голосом-то вообще? А вот у Сани... Рудольфович.
Да я аккорды вспоминаю. А мы тут про секс не трогаем. Не трогаем. Вы меня сбиваете. Со своими женщинами. Рудольфович обленился. Рудольфович обленился, потому что у нас тут был концерт. Совместный Брохман, Груздев и Филимонов. Ага. И кто не знает, все они поют. Если я не путаю, Брохман сегодня концерт в Санкт-Петербурге. Кстати, да. Не знаю, сегодня у Миши Шевкова в Груздев Глухаря, а я здесь. У меня есть друг, но не важно. Где-то в каком-то гнезде. А мы здесь. А мы не в гнезде, а мы здесь. У нас свое гнездо. Да, и, да, в общем, да. И в общем мы все пели, ну, Брохман с аккомпаниатором, я сам подыгрывал. Я с Бекуловым. А этот из Астрахани пригласил себе Бекулова, Рому. Рому, не знаю, смотришь ли ты, да? Вот, гениального Рому. И я говорю, ну ты, сука, обнаглел вообще. Из Астрахани он прислал. Он, я говорю, а сам? Да я забыл уже, как все играть. Тут, ну ладно, раз, я не знаю. Александр, Рудольфович спрашивает, например, как на НТВ занесло в сериал «Кодекс чести»? Вы там преступник. Очень просто. Вторым помощником режиссера на этом сериале была жена художественного руководителя всей этой забавной проекции. Так, а жене поподробнее. Мой педагог. А-а-а. Валентин Петровна Николаенко, кое я благодарен за встречу с прекрасным и за учебу хорошую, правильную. Валентина Петровна, вы великий человек. Гоша, привет. Это по поводу неожиданных встреч. Уже давно работаем, там, много лет с Однорубовой. И подходит Однорубова и говорит, ну что, Гордин-то водит? И у меня расслоение мозгов. То есть Однорубова это здесь, Игорь Гордин это звезда нашего тюза, артист здесь. И я говорю, а при чем тут Гордин? Говорит, ну вы же вместе с Гординым учились водить. У меня есть права. С 95-го года ни одного нарушения, я ни разу не сидел за рулем. Ну, неважно. Я говорю, да, мы вместе. Говорит, ну а ты помнишь, кто у вашей группе был старостой? Ну, баба была какая-то, с нас деньги собирала постоянно, там орала. Там. Это я была! Я говорю, я не помню! Вот! Подходит просто человек со стороны, говорит, Гордин доводит. В каком смысле? Это я была у вас! Была какая-то. Это баба, да. Была какая-то так четко. Саня, пусть Саня споет. Я не. Ребят, сразу извиняйте, поэтому. Что-нибудь из моего любимого? Ну вон просит. О, конкретно. И не то чтобы с рассветом. Ну почти всегда с народом. Что с мигренью и с газетой тупо топает к метро. Как из фантика конфету, я пеняя на погоду, из постели разогретый достаю свое нутро. Посетим. Нормально. Спасибо. Ну, да, хорошая реакция на тему, правильно? Нутро пошло. Постепенно просыпаюсь, сновидений разгоняю, лодку бреда разбивая, обесчинствующий быт. Выйдя в грубую реальность, я себе напоминаю обезьяну, от которой отказался и болит. В нездоровый свой желудок, запихав какой-то дряни, окунаюсь в умывальник, тупо в зеркало смотрю. Вижу в зеркале ублюдок, умывает рожу пряник. Тут я злюсь и прямо в пряник нецензурно говорю. Я в одежду залезаю, я испытываю муки, все кляну и быть смиренным самого себя прошу. Молча время наблюдаю, и засунув ноги в руки, я обрицаю телом бренным, прямо в люди выхожу. Гениально. Вот поэты. Аплодисменты. Два поэта. Прекрасно. Салфеточки. Салфеточки. А вот как это? Ручонки вспотели. Да я с селедкой тут наелся. Саня,
Что я? В ре. А ну а как? Низко. Ну по тому же проще. Видишь, у меня вообще же этого поговорим. Никак нет. Поговорим. Выпьем, поговорим. Да. Давайте Саня, выпьем, поговорим. Рюмку в оркестр. А потом поглядим. Забудете. Саня, еще одна есть песня, которую я люблю. Да, кстати. Нет, теперь уже я настроил рюмку в оркестр. Это да, это. Подожди, я сейчас вспомню. А потом уже. А потом можно будет и слова подзабыть. Да. А я ведь ему не напомню. Ой, что-то пишут люди. Пишут. Смотри, вот, например. Ой, Валентин Филимонов, подожди, сын пишет. Александр Грузев из моих любимых актеров. И моих. И моих. Обидно, что некоторые рабочие моменты на студии никто не слышит. Его искренний вопль. Да чтоб ты сдох. А когда роль укладывается, не передавая. Ребята, я тоже говорю, да чтоб ты сдох теперь, когда, блин, не укладывается. И я говорю. Но иногда это работает. Да. И потом укладывается. Да. Ребят, а кто хочет заниматься дубляжом, вы теперь знаете секрет. Это такой лайфхак небольшой. Да чтоб ты сдох. И сразу укладка появляется. Как так получается? Ну, это в адрес себя надо говорить. Да. Не, ну это как этот Алексей Бразунов говорил. Еще раз он расстрел. Это да. Про людей. О, кто-то из Астрахани, ребят, привет. Где? Вот, Астрахани, привет. Кадыныч, привет. Родина, дорогой. Ребята, пусть все там будет хорошо. Пусть вобла пошла. Надо на рыбалку. Пошла. Саня, спасибо за Анидзуку нам. Я скоро приеду. За Анидзука. Анидзука. Когда-нибудь и я доеду до Астрахани. Учитель Анидзука, да. Спрашивают про людей Икс. Да, да. Чё-то ваши коллеги добились своего, и там в паре серий вместо Коврижных Денис Беспалый был. А еще вопрос, почему Бархудар в Баранова превратился в последнем сезоне? Это где? Люди Икс. Ну, Баранова. Ребята, сериалы. Честно говоря, я не помню, чтобы Бархудар в Баранова... У нас ли это? Если Бархудар написано, может это заклинание какое-то? Нет, просто разные сериалы. Подожди, а они с тобой вместе, по-моему, писали? Да, мы же аниме-то километрами писали, помнишь? Нет, сначала мы километрами писали Шорохова, Груздев и я. Потом Санёк присоединился. Конечно. И у нас огромное количество под... Записанных аниме. Подожди, под руководством Шадрилова. Ну, сначала Тани. А потом уже... Нет, у нас Шадрилов был с самого начала. Нет, он был как сначала связующее звено. Таня, ну, не важно. Режиссером. Не поссоритесь по-любому. Нет, никогда. Прошли годы. А где моя рюмка? 3 часа спустя. Вот она. Но... Сука, у меня не взял. Господа. Вы видите, сколько здесь народу? С праздником всем. Всех приезжаем, привет, всем с праздником. Люди за кадром есть, да, это. Которых мы тоже любим. Если кончится коньяк, нужно на Тимирязевскую, у меня там... Коньяк не кончится. Коньяк уже не кончится. А коньяк... Уже все поняли. За кадром уже поняли все. Будьте здоровы. Не кончится. Сегодня. Ой. Про любовь. Да. Так. Донатик у нас. Простите, пожалуйста. Ура! Сначала вот у нас еще донатик пришел от Олега. Олежка, спасибо огромное человеку с доброй душой и прекрасными глазами. Я думаю, это ко всем. Я не знаю, кому лично. Ко всем. У нас все с доброй душой и с прекрасными глазами. К человеку посередине. В данном случае. Да. Прекрасно. Про любовь. И конец. Не гони меня, не уйду. Сейчас, по новой, я пьяный. Да. Рано. Не гони меня, не уйду. Не брони меня, не моли. Отведи своих глаз слюду. Эти 10 минут мои, и я не пьян, я сошел с ума. Сердце ранено, дикий конь, от того, что в глазах зима. От того, что в крови огонь, мне б глазами, мне б губами, нос. Мне б губами росу с ресниц, мне б глазами изгиб руки. Это крик перелетных птиц, это танго моей тоски, расконьяченный в пыль закат, расшвырял по Москве огни. Кричит в такт моим шагам: не гони меня, не
гони. Браво! 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 А слова забываю! Прекрасно! Саша, я не умею. Мы очень хотим, чтобы нам сегодня сыграть Александр Коврижных. Выпьем. И выпьем. И немедленно выпьем. Настоящий поэт должен иногда и спеть. Потому что, да, как я сегодня в начале в самом сказал, у нас Александр еще и поэт, и музыкант, и гитарист. И книжка есть. И книга, да, есть. И у нас с Санькой нет книги. У нас, кстати, сегодня мы обещали сюрприз. Есть книга Александра Коврижных. «Стихи и песни», он так и называется, «Стихи и песни», вот, в котором... Саш, в кадр покажи, вот прям я сейчас да, приближу. Да, вот, прям, вот, давайте поближе. Засвечивай. И мы сегодня... Он не верит, но я читал. Это правда хорошо. И мы сегодня эту книгу с вами разыграем. Задание будет очень... Кому-то простой, кому-то апреля разыгрывать. Сейчас состоится ваш розыгрыш. Да. Есть время подумать. У всех зрителей есть время подумать, кто в прямом эфире смотрит и в записи будет смотреть. Задача довольно простая. Есть такое у нас выражение у Александра. Опять все мимо меня. Да. Вам нужно вот этим выражением составить восьмистишье и написать нам в комментарии. Мы почитаем. Сначала свои. Выберем лучший вариант. Восьмистишье. Ну, не четверостишье, но это совсем короче, но пирожок получится. Пирожки-то каждый может сочинять. Восьмистишье. И Александр подпишет книгу, и мы вам обязательно ее отправим. Вот. Это прекрасный... Книга будет с именным автографом. С именным автографом, обязательно, с именным. Мы выберем победителя. С именным. Давай, мы с вами свяжемся, да. И Александр вам подпишет свою книгу. Ребята, если что, хайку сойдет. И танка потянет. И одностишье тоже. Подождите. Двустишье с шуткой. Сань, который коврижный. А ты помнишь наизусть про Баскова свое стихотворение? Нет. К сожалению, нет. А мне нравится. Я своих стихов не помню. А ты помнишь его? Ни хрена. И я не помню. Не получилось. Саш, ну твоя очередь исполнить. Саня. Исполнить песню. Давайте я спою. Извините, что в ре настроена гитара. Ну чуть ниже. Мы, небольшая предыстория. Я спою песню, которая мне понравилась, когда я ее услышал в 12 лет. Ох, песню, да. Я был пионером. Ой, нет. Да. Нет, уже комсомольцем. Я уже не помню, кем я был. В 12 лет он был комсомольцем, в 14 лет. Да, в 14 лет комсомольцем, да. То есть мы были на каком-то пионерском слете, что-то там тролливали, ну, мы, пацаны, девчонки. И пионер-вожатый исполнил песню. Я ее запомнил наизусть сразу, вот так бывает? Вот прям сразу. Вот она спела, сходу, да. Я ее запомнил такая, сразу. Песня хорошая, давай. Да, сразу. Да, она длинная. Ну, просто там история такая. А Женя Быков говорил, что песня длинная не должна быть. Да. Но самое интересное, что мы когда вот прошлым летом ездили, там Ванька Литвинов, Рома Стабуров ездили, значит, туда под Луганск выступать, и там продумали какую-то программу, там что-то там патриотическое, что такое искали. Но вот эта песня зашла на ура, и мы вот как почувствовали, что вот это вот такое заходит на ура бойцам. И все, и мы в таком духе дальше уже все исполняли. Весь концерт, да? Да. По Тбилисской улице Мустафа идет, гребнем чешет голову и весело поет. Вай-вай-вай, румба-вай-вай, румба-вай-вай. Гребнем чешет голову и весело поет. Раз однажды вечером я в саду гулял, и красивые девушки в саду я повстречал. Вай-вай-вай, румба-вай-вай, румба-вай-вай. И красивые девушки в саду я повстречал. Слушай, милые девушки, слушай, дорогой, ты мне очень нравишься и будь моей женой. Вай-вай-вай, румба-вай-вай, румба-вай-вай. Ты мне очень нравишься и будь моей женой. 18 месяцев я ее любил, обувал и одевал и на базар водил. Вай-вай-вай, румба-вай-вай, румба-вай-вай. Обувал и одевал и на базар водил. Покупал ей персики, покупал изюм, жареные гвоздики и шурум-бурум. Вай-вай-вай, румба-вай-вай, румба-вай-вай. Жареные гвоздики и шурум-бурум. Но однажды вечером я домой пришел, и красивой девушки совсем я не нашел. Вай-вай-вай, румба-вай-вай, румба-вай-вай.
нашли красивой девушки, сам себя не нашел. Но красивой девушки не ушел один. Моя вещь и моя мебель убежал за ним. Вай-вай-вай, румба-вай-вай, румба-вай-вай. Моя вещь и моя мебель убежал за ним. Все вы мне, товарищи, всем я вам клянусь, на красивой девушке я больше не женюсь. Браво! Браво! Потрясающая песня! Я надеюсь, что вы ее тоже запомнили сразу. Я на следующей неделе проверю, кто запомнил песню, а кто не запомнил. Потрясающая песня от Александра Коврижных. Очень смешно. И немедленно выпил. И немедленно выпил. История жизненная, правильно, согласись. А история жизненная, действительно. Очень важно быть внимательным. Вопрос ко всем Александрам. Как работается с режиссером дубляжа Дмитрием Федоровичем Филимоновым? Говорит, парень неплохой, артист прекрасный, но голос противный. Это Волечка Суховерка. Нет, тяжело. Скажу почему. Вот что бы ты ни сделал, ему все нравится. Запивочки. Нет, ребят, могу сказать, я обожаю работать с гениальными артистами, которым, ну, что греха таить, бывают артисты, говорят, ну вот, извини, вот можно вот здесь вот сделать так, так и так. Он делает так же, как и было. Говорит, а вот, ну, немножечко вот это вот так, так и так. Ну, ладно, все нормально. Понятно, что... Груздеву не надо ничего объяснять. Вот один раз только в жизни он мне сказал, я не могу понять, что это за персонаж. И я говорю, Сань, понимаешь, он солнечный пиздадуй. Он говорит, а, все понятно. И сделал гениально. Вот главное точно поставить артисту задачу. Задача есть. Это действительно было, это фантастически. И вот он сыграл именно это. За правильно поставленную задачу. За задачу, да. Да, задача от режиссера это очень важно. Да. Поэтому... Блин, он опять мою руку. Одинка умеет поставить задачу. Почему это падла поставила? Прекрасно. Димочка, это гениальная падла. Я вспомнил, Русь не резала. Не мерена. Вспомнишь? А чего же нет? Все. Теперь уж конец, теперь душа в рай. А я тогда расскажу про правду. У нас замечательная история про город Прагу. Какой из разов? У нас с Саней был единственный раз. Это, ребята, отдельная история. Который начался с того, что в Шереметьево этот пошел, и у него спрашивают, цель поездки. И он так поворачивается ко мне. Не-не-не-не-не. Цель поездки. Я говорю, пиво пить. В смысле? Я говорю, одну минуточку. Груздев! Я стою там сзади. Мы зачем в Прагу едем? Пиво пить. Я говорю, вот! А зачем еще на 3 дня в Прагу можно ехать? Я согласен. Ну а Друзья. Как же архитектурные памятники? Ансамбль старый город. Да. Мы два человека, которые первый раз в Праге. Первый. И мне наша общая подруга Лена Кулуэктова... Юбилей пражской весны. Да. Она мне подарила потрясающий путеводитель, который мы не открыли ни разу, вроде бы. Вот. Что вас и спасло. А нам говорят, ребят, может, не надо в этом году в Прагу? Я говорю, почему? 40 лет ввода танков в Прагу. Я говорю, что делать? Говорит, могут навалять. Вот прям все вас там ждут, прям вот. Я говорю, а что делать? Быстрее. Говорит, ребята, а вы говорите по-английски? Я на Груздева смотрю, он говорит, это мимо, мы по-английски с тобой не можем. Я говорю, а что делать? Марик Гейхман говорит, а делайте вид, что вы глухонемые. Мы честно порепетировали минут 20. Потом Груздев говорит, после этого Груздев говорит, да вы его нахуй. Наваляют так наваляют. И мы поехали так. И, ребята, и ночь. Ребят, ночь. Потрясающий, мы нашли пивняк. Аутентичный пивняк, где прокуренные, пропитые дубовые столы, пражане вот эти с бородами, настоящие чехи. Я говорю, Саня, вот тут точно наваляют. Он говорит, подожди, мы заказываем какое-то пиво, сидим, и вдруг Саня говорит, минутку. Он выходит в центр зала, большой зал, говорит,
Ну, как Грузьев может. Да. Извините, люди добрые, мы русские. Настолько, что бесплатно не поили, мы стали друзьями всех. И это было, ребят, это потрясающе. И подбегают сразу и говорят, да что, откуда? Нормально. И я говорю, давай, пить будешь? И я говорю, Санечка, Сань, и я говорю, мы ведь с тобой напьемся? Ага. Он говорит, очень хотелось бы. Немаловероятно. Саня, что мы делаем, когда мы напиваемся? Он говорит, поем. Я говорю, что мы поем? Он говорит, по полю танки грохотали. Я говорю, Сашечка, давай в этом городе, в этом году не будем эту песню петь. Без этого. Но в старом городе мы встречаем нашего друга Олега. Вернее, Саня его не знал, а я его знал. А я узнал. Звукорежиссер из Останкино. У него день рождения. Он приглашает нас к себе в гостиницу. Мы там открываем для себя сливовицу, помимо пива. Сливовица. И в 3 часа ночи на центральной улице Праги, на центральной площади. По полю танки грохотали. Ни одна сука не подошла. Испугались. Друзья, простите. У нас много донатов. Да, у нас донаты, да, извините. Олег, спасибо тебе огромное. Второй донат. Первый был человеку с доброй душой и прекрасными глазами. Второй. Единственному человеку, чьи петиции стоит подписывать. Отличный комментарий. Третий. Самому острохарактерному голосу в детстве. И молодому красивому артисту, бомбезному Казуме, милому и Китане, мудрому Резке, Александру Досевичу. Спасибо, ребят, да. Казума очень тяжелая роль была, но она прям меня настолько порадовала. Я с таким удовольствием это писал, поскольку Насуба это, ну, все равно мой любимый аниме. И то, что такая полнометражка вышла, я... Кто-то прям... любит аниме. Ну, не... Кто-то не, один не, здесь не присутствующих. Не любой аниме, а вот... Одно. А вот именно Коносубу я очень люблю, поэтому... Я Камасутру. Это другое аниме. Камасутру-то я тоже люблю. В разном виде. Да, я жду Коносубу. Спасибо, скоро, видимо, выйдет. Все прочитал? Нет, наверное. Если вы меня спрашиваете, значит нет. Я уточнить. Кадымыч, спасибо за детский легендарный стрим. Бывшую свою, она гений. Мы до сих пор любим друг друга, но она говорит, эх ты, Саня, Саня. Бывшая жена? Ну как, я... Галка, да. Просто она... Гениальная. И она говорит, ну и дурак ты. Я ж тебе Камасутру подсовывал. А ты ее не озвучил. Нет, ребят, даже не открыл. Еще одна история по поводу Праги. Ребят, первый раз вот с этим человеком в Праге. Идем в старый город. На следующий день. А, во-первых, мы входим в номер. Нам дают, у нас хорошая гостиница в центре Праги. А там сексодром. А там огромный 1:2 сексодром. Не, ребята, это правда было смешно. И мы друг на друга смотрим. И мы смотрим. И он говорит, ну вот я, может быть, вон там лягу. Я говорю, да пошел ты. Сань, мы 2 ночи всего. Мы даже не встретимся. Ты здесь, я здесь. Ну, брат. Иди ты в жопу. Пошел. Ребята, мы не такие. Они говорят, да. Я говорю, нет. Давай, заставил поменять номер. Она уже. Мы нет. И вот, хорошо, сделали нам нормальный номер. Ребят, первый день мы идем по старому городу, и эта падла мне устраивает такую экскурсию. Он рассказывает про историю Праги, про старый город, про короля, про евреев, которые ему там денег... Я говорю, Саня, мы вместе приехали сюда. Ты... Откуда ты это все? Ребята, это гениально. Можете представить, как Грузьев рассказывает, он экскурсовод от Бога. Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Ты-то спишь, а я в 7 проснулся, твой этот путеводитель открыл и прочитал от корки до корки, да? Сон Груздева краток и тревожит. Я говорю, Саня, у меня тех же авторов по Венеции есть. Давай вместе в Венецию поедем. Это гениально, ребят, это потрясающе. Ты идешь по старому городу, тебе рассказывают всю историю. Красивым голосом. Красивым голосом. Ребята, я когда после этого с женой поехал в Прагу, я тех мест не нашел. Я не нашел этого мужика, который висит над улицей. Я не нашел его. А мне Саня говорит, а вот это скульптор такой-то. Блядь, сука.
Кто мне покажет этого? Как запомнить путеводитель за несколько часов? Вот. Ребята, он номинально. Все наши знания из документалок. Я иногда так блещу. Это иногда... у нас с тобой из документалок. А этот человек читает книжки. Я сразу все... Я не читаю книжки. Он читаешь книжки. Слух, за деньги. А, я... Нет, ребята, он читает в метро. Нет, дома. Меня не пускают читать книжки. Они думают, что если я приду, у них у всех не останется работы. И, в общем, они... Это правда. Они правда. Это правда. Не пускайте меня, ребят, не пускайте. Я с Богдасаровым тут общался, и он опять тебя хвалил. Да. Дим спрашивает, ты слышал новость о том, что покемоны закончились? Они закончились. Они начинались? Они давно закончились. Не-не-не, 1234 серии покемонов вышли, все. Ну я недавно последние на видео. Ну надо же когда-то кончать. Мне никто не сказал, мне не предупредили, что они последние. Я бы попрощался как-то. Я бы по скалку какую-нибудь сказал. Ну, закончились, что теперь? Целая эпоха ушла. Мяу-то я любил. В следующий раз эпоха уйдет, когда закончатся могучие рейнджеры. А они все еще идут? Да. А вы это что такое? 34 сезона могучие рейнджеры. 34 или 35 сезонов уже. Даже не буду. Я жду окончания флэша. Музыкальная пауза. Я не буду врать даже. А ты флэш смотришь? Нет, я его озвучиваю не надо. А ты еще такие песни. К сожалению, да. Какие? Ну, такие вот. Я знаю, одну с одной струной. Мы сейчас всех вот это вот усыпим нафиг. Ты все-таки... Давай! А мы по-чешски разговаривали. Мы не знаем. По полю прокатывали, танкисты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. Наш танк ударила болванка. Прощай, родимый экипаж, четыре друга. Опа! После танка окормят утренний призер. Машина пламенем объята, вот-вот рванет боекомплект. А жить такого хочется, ребята, а вылезать уже в очереди. А жить такого хочется, ребята, вылезать уже мочи нет. Нас извлекут из-под обломка, поднимут на руки каркас. И залпы бухгалтерных орудий последний путь проводят нас. И залпы бухгалтерных орудий последний путь проводят нас. Что сына больше не вернется и не приедет погостить. Что сына больше не вернется и не приедет погостить. Заплачет мать старушка, слезу рукой смахнет отец. Дорогая, не узнает, что у танкиста был конец. Ты, дорогая, не узнаешь, что у танкиста был конец. И внукачка пылится на полке пожелтевших книг в танкистской форме при погонах. И он больше не жилит в танкистской форме при погонах, и он больше не жилет. По полю танки пропадали, танки слышали последний бой, а молодого командира пробитой головой,
молодого мака бандира, если с пробитой головой. Браво! Браво! Это был ангельский хор актеров дубляжа! Александр Коврижных, Александр Груздев, Дмитрий Филимонов! Примкнувший к ним. Единое целое. Я пью. Ангельский хор! За такое грех не выпить. За такое грех не выпить. Потрясающе. Спасибо, господа. Я знаю, на что я иду. Как прошлый стрим закончился, я понял. Ты все еще идешь с прошлого стрима, да? Для тех, кто не знает, или, ну, вы все не знаете, да, но кто видел прошлый стрим, да. Не беги впереди паровоза, выпей, потом расскажем. Потом расскажем, да. Правильно. Как закончился паузу. Предыдущий стрим? Кто помнит, у нас Дмитрий Федорович был в декабре с глянцем. С глянцем. И я пришел на стрим с одним условием. Я говорю: Саш, я приду на стрим, только не пить. Он говорит: почему? Логичный вопрос. Странный, да. Я говорю: я был на стриме у Череватенко, где мы 8 часов, по-моему, не помню. Ну, в общем, до 12. Мы еще звонили в ночи разным артистам. Это называли, назвал кто-то, Филимонов напился и начал звонить своим бывшим. Я начал звонить всем друзьям великим. А Череватенко же он, а давай по Гайдуляну, можешь позвонить? Я говорю: Андрюхе, да! Андрюха, ты в прямом эфире. Ребята, известный Дима Назаров со мной перестал разговаривать задолго. После того, как ты ему позвонил, да, в 12 часов Дима, ночи. Это страшно. Ну, не важно. Он очень обиделся. Я позвонил всем. Витьке Логинову. Блин, ну кому это? Только Шитру сказал: Димочка, милый, как мне приятно, что ты позвонил. Обожаю Таньку. А мне не позвонил. И мне. И мне не позвонил. Забоялся. Конечно, по-моему, тоже звонили. Ребята, ну я был пьян. Ну, неважно, неважно. Хотя я частично да, стрим смотрел. Поэтому я сказал: ребята, давайте вот с глянцем будем, но не пить. Он говорит: ну, не пить не получится немножко. Ребят, и как-то получилось, что водка была, а закуска была далеко. И я выпил много. А потом пришла моя любимая Вика. И мы с ней тоже выпили. А жена мне сказала: вы до каких? Будете. Я говорю: до 7 мне. Вот до спи. До 9 я свободен, да. Да. Нет, до 7 мне Сашка обещал просто кровь из носа. В смысле, час? Не-не-не-не, я не могу. До 7 я сказал 2 часа. Ну не важно, до 7 вечера мы должны быть. А не важно. Я не помню, во сколько мы начинали. 7 футов под кинь. Не важно! Не важно! Вот. И она говорит: ну если ты освободишься, ты можешь заехать рядом с метро Тимирязевская в одну квартиру, там совместные покупки, они там что-то покупают со скидками. Надо два огромных пакета взять. Я говорю: не проблема вообще. И все было хорошо, и там была на пасашок, и отходная, и там... Стременная. Стременная, пока я дошел до метро, оно все рассосалось. И когда я уже ехал, Ирка мне звонит, я говорю: алло. Она говорит: понятно, не заедешь. Салют. Я говорю: почему? Она повесила трубку. Я приехал домой. Ну, это называется, пьяный папа приехал домой. Алло! Я рассыпал M&M's, извините. Красный, да? Обязательно красный. Я разлил воду на кухне. В общем, как... На кухне. Да, все нормально. Все, спать, положил меня отдельно, все. Птичку жалко. На следующий день, ну мало того, что мне плохо было, у меня было одно. Я не заехал и не забрал два огромных пакета. И мне совесть мучает. Целый день меня мучила совесть. Через день я подошел, говорю: Ир, мне неловко, я не заехал. И она начинает истерически хохотать. Заехал. Она мне показывает на два огромных пакета. Я говорю: ты сама забрала? Говорит: нет, дорогой, это ты забрал. А уже потом рассыпал. Саня! Ребята, через день я опять попал в эту квартиру к этой девушке. Я говорю: девушка, вы меня помните? Она говорит: конечно. Еще бы! Вы позавчера у меня были. Я говорю: какой я был? Она говорит: в смысле?
Прекрасный, хороший, удивительный. Я говорю, я просто взял эти два пакета и ушел. Она говорит, нет, вы еще со мной общались. Я извинялась, что долго собираю. Вы что-то мне рассказывали. Этого не может быть. Ребят, у меня истерика. Этого не было. У меня вот как вот свой среди чужих, да. У коляги. А теперь вы все запомните. Вот, мой друг Филимонов монстр. Я так не могу. Нет. Ребят, когда я это рассказал нашей общей подруге Ольге Гариной, она пошла в интернет, говорит, Дима, тебе пить нельзя, у тебя алкоголические нарушения нейро каких-то связей. Сосудики. Я говорю, блин, да нет, все нормально. Не-не-не, тебе все, ты завязывай. Наоборот, все восстанавливается. Да я пью только с Груздевым Модосевичем. Ну, иногда с Кавлиной. Это режет. Почти никогда. Шикарная история, она меня вот веселит уже который месяц. А меня не обожаю. А меня не веселит. Я обожаю эту историю, прекрасная, я считаю. Вот несколько раз я уже обратился. Внимание, спрашивают у Александра Груздева, Дмитрий Филимонов. Помните ли вы покойника Элеонору Прохницкую и Тамару Совчи? Они были актрисами, потом были режиссерами. Ребят, с Прохницкой я не работал, а с Совчи, с Тамарочкой я работал. С Прохницкой я не работал, а с Тамарочкой Совчи. С Тамарочкой мы писали. Мы работали, писали. К сожалению, Элеонору я не помню. Она, наверное, начинала работу над... Вот вы пишете «Ледниковый период», но... А я не работал, не стой, не стой. Все мимо. Нет, ребят, нет. Погоди. Так и в любви. А где ледниковый период? Наливай. У Шуфутинского? У Шуфутинского, конечно. А кто там был? И там работал Тамара Совчи. А, Совчи, да. У тебя еще есть прекрасный... Очень может быть. Бухаем. Но это было так на коротке, и после этого она как-то ушла. И вот с Тамарой мы очень плотно. Зиган Гаврижник в зеленой рубашке топ! Оп. Ребят, а с Тамарочкой Совчи это было замечательно. Мы писали Джеки Чана, где Бархудар Куценкор. Вот. И там замечательно. Ребят, это не вспомнить невозможно. Рядом со мной всегда сидел Саня Рыжков, незабвенный, который, если выпивал, он начинал читать мой текст вместо своего. И говорит, Тамара! Не уложена! Я говорю, Саня, это мой текст. Говорит, в смысле? Я говорю, это мой текст, ты свой читай, мой, конечно, не уложится у тебя. Тамара, сейчас все! Опять, проходит, опять мой текст читай. Тамара, не уложена! Я говорю, Саня, это мой текст. Саня гений. У нас донат! Ура! Еще донат! Надеюсь, не от моего сына? От нет, моего типа. Младшего. Да. Перец пишет. Поставьте эти слова во множественное число. Шило, дно, судно. Шилы, днища, судны. Молодец. Суднище. Суднище. Легко. Шилище. А ты, Игорь, или от Егора. Скорее всего, вы не помните эти роли. Конечно. Так как они из серии игр. Но все же хочу поблагодарить Александра Коврижных за озвучку Эдварда Рихтгофена, Груздева за озвучку Фрэнка Вудса. А что это я помню Рихтгофена? А Дмитрия за роль Харька. За Харька? Я его делал немецкий, да. Такой страшный человек. На тюрьме. У тебя я из Германии, я прибыль. А у меня Харек. Давайте споем немецкий народный песню. Давайте. Ну-ка. А давайте. Ёдли, можешь? Это песня, да, одна струна. Ich mein deinen Glücken, ja, einen Black den Süken, ja, ich mich leiden nach die Kraula, ja, so die Zeit in der Rabra. Oh, Club B-Side!
английскую. Как видите, дорогие друзья, наши гости и еще и полиглоты. Да. Цыган знают немецкий, итальянский, английский, вот знаете, французский. Кто из наших ребят, что мы с Филимоновым однажды пели песню группы «Рамштайн». Это какую? Это был мультфильм. Духаст? Духаст. И мы сидим, и они говорят: ну вы спойте, духаст, духаст мих. А я говорю, а я не слышал этой песни. А Филя говорит, и я не слышал. Он говорит, ну просто вот сделайте вот так, вдвоем, на два голоса. А ты помнишь, кто был режиссер? Духаст. Ты помнишь, кто был режиссером? Ты помнишь, кто был режиссером? Боря Репетур! Ну просто вы два мудака! Мы песни не слышали! Ну просто, ну сделайте, что вас просят! Духаст мих! Пошла такая пьянка, сиганочка. Давай. Меня иногда спрашивают, говорит, а ты когда-нибудь использовал свой... Режим. Я поэтому зеленую дробах нанял. Когда-нибудь вместо подарка на день рождения дарил песни? Я говорю, ребят, не получалось. Я знаю людей, которые... Денег нет, песню написал, если есть возможность. Вот. У нас есть... Санька тоже ее знает. У меня есть замечательная... подруга, скрипачка Катюха Лиманова. Война великая. Вот. Да. Катюшка всю жизнь, не будучи цыганкой, работает с цыганами. Она стала цыганкой уже просто 100%. Привет. Ты большой молодец. Она консерваторская, скрипачка гениальная. Вот. И она работала в кафе «Маргарита» на Патриарших прудах. И постоянно приглашала меня на день рождения туда. И однажды я шел на день рождения от Маяковки до... Это недалеко, до Патриарших. И на чеке Рамстора, это не Рамштайн. Не Рамштайн, это турецкий гипермаркет такой. Был такой гипермаркет. Я написал песню, цыганочку, естественно. Ага. И когда я вошел в Маргариту, минуя моего любимого, как это называется, охранника. Секьюрити. Да, Толик. Там Толик был, я говорю, ребята, вот такой должен быть каждый охранник, потому что на него смотришь и не хочется ничего нарушать. Просто не хочется. Даже вот, заходить вот, уже не да, хочется. Да, спокойный стоит спокойный человек, а уже не хочется нарушать. Вот. И я увидел, что половина гостей цыгане, а половина консерваторских, и я понял, что я сейчас со своей гитаркой и с цыганами, я цыганочку спою, это будет позорище. Катька обиделась в результате, что я не спел ничего. А потом мы с ней, кстати, на моих концертах, она мне подыгрывала на скрипке, это было гениально, сейчас Катьки нет, но я должен за это спеть. Да. Наливай стакан, у нас повод есть надраться Катерине. Пятый раз стукнуло 17. Раздвигай, народ, столы, начинаем танцы. Эх, любят Катьку ромалы немцы. Испанцы. Паганини поутру плачутся, ревную. Вон Катьку даже кенгуру любят, как родную. А Ванесса Мэй сама жить решила заново. Говорят, сошла с ума. Бывает, да. Я кричит Лиманова. Ох, ей в дебошке бы не лезть, ну хоть бы из приличия. Да, тяжелая болезнь, мания величия. Так что повод нынче есть, будем пить, как кони.
и не прогонит. Эх, да раз, да еще раз, да еще много-много раз. Не пришел тот подлец и пидорас. Это не про нас. Это не про нас, не знаю, смотришь ты или нет. Тот подлец и балабол, да, хотя бы так. Балабол — это другая рифма. Не пришел, вас издаст хотя бы. Вас издаст. Я предлагаю за такое творчество... Ребят, день коньяка. День коньяка, ребята. Пьем виски. Дурака, нет, мы коньяк. День виски был 27 марта. Еще братва, это 100%. Да, я пил виски. Да, я не знаю. Это братва 100% про нашу профессию, потому что периодически вот так вот поорешь. Да. И легче. Всю-то боль-то выоришь. Илья пишет, мне бы с ними побухать. Бухай. Что за Илья? Наш подписчиков. Это который? Селовская? Не, Свирского. Донатил? Дмитрий Федорович пел. Вообще рулит. Итак, хвала тебе, чума, в одном телесериале, где Александр Итак, хвала тебе, чума. Это Серега Виноград. Это в этом сериале, в первой серии, снимался Груздев, играл монаха. Это надо было видеть. А я был в какой-то другой играл. Мы всего не видели. Ты помнишь тюрьму особого назначения? Я знаю, все, кто видел неудачные дубли. Там ребята там были такие неудачные дубли. Они вырезали в основном. Они это на самом деле удачные. Нет, ты дурак. Они... Два часа в снегу, ребят. Я плакал. Помолчи, неудачные дубли. Это ты помнишь, что какая-то компьютерная фирма была? Да я не знаю. Ну, которые делали ошибки... Фаргус. Да. И там я говорил про Груздева, который это должен посмотреть каждый, эту серию. Это были неудачные игры. Это вырезали. Нет. А у вас поссать отпускают? Да. Ребята, пассу свою. А что, раз и все ушли. Перерыв, что ли? Дим, ты расскажи, пожалуйста. Да. И мы пойдем на перерыв тогда. Да ладно, всем подождите. Надо. Да расскажи, идите, пожалуйста. Я про Тамару Совчих. Вы все равно, а сейчас уйдет. И про Томку спрашивали. А про Совчих мы же не можем с тобой Тамара, не рассказать. Нет, Тамара. Это же потому что Тамара была просто совершенно она... Я не выпил. Она душой болела, и как-то это было все... И как мы... Как она набирала артистов, как она нас всех вот... Как это все происходило. Я помню, я... Когда это? Мулен Руж? Это же она? Мулен Руж, да. Ребята, и у меня... И она меня так завела. Хороший. Вот я просто помню, она меня завела. Ну это гениальная роль. И я просто... Хана! Проба! А проба прям на самом верху. Не... Можно было просто... Чё, тембр похож, но потом надо выйти, было в конце вот этой штуки, Роксан! Да. Твою мать! И у меня в конце вот этой пробы я понимаю, что я не могу ходить, потому что у меня колени ватные. Я вот так вот вцепился, а мы тогда в консерватории были пробы. И я открываю эту тяжелую дверь консерваторскую нафиг, вот так вот выхожу. И Тамара смотрит на меня, сразу отворачивается и говорит, ну смотри, вот он, мы нашли его. Нет, Тамара... Вот это вот нам вот... Вот это вот чудо! В том же Мулен Руже, она меня зовет на Тулуза-Латрека, и ей говорит, да не-не-не, это не Филимонов, она говорит, Филимонов, потом мне рассказали, Филимонов, говорит, не-не-не, ну это он не подходит, и просто она настояла, ну вот как Турылёва стояла на Колгане на Шреке. Это будет Шрек. Нет! Да! А он нет, будет, да! И был. И это гениально. Гениально, я согласен. Ребята, и на премьере «Мулен Руж» я видел лично, как вся эта вот тогдашняя богема, включая там Пугачёва, ага, который с Кирко, вот умерла. Вся вот это, все, нет, они
в середине фильма и не просто треком, а вот этим нашим финдибловером каким-то стоя аплодировали. И это... Да, круто. Нет, круто, круто, нет, круто, круто. Отдельные сцены, особенно с грудью, были гениальные. Ну ладно. Но фильм говно. Ну, не важно. Ребят, давайте, ребят, пожалуйста, давайте 3 минуточки перерыв, мы покурим, вернемся сейчас сюда. Не хватает, да, яду в организме. Посмотрите котиков пока, мы сейчас попробуем котиков включить. Есть котики? Есть котики. Давайте мы котиков загоним, да, ребят, 5-минуточку небольшую, я умоюсь. А мы неплохо смотримся, ребят. Три раза расплакался уже. От смеха. Я. Мне бы умыться. Мулен Рыж. Мулен Рыж.
We'll be right back.
Да будешь не друзья, вы снова в эфире. А мы снова в эфире. У нас музыкальная пауза. А мы начнем с музыкальной паузы. Да, как раз хотели сыграть. Саня пустота. И спеть. Что а что ты прям сразу на меня? Рудольфович, я настаиваю. О, сейчас буду этого. Ребята, у меня есть любимые песни авторства Александра Рудольфовича. И я настаиваю на этом. Жги. А забудешь, не страшно. Развлекайте людей, дайте мне спокойно подготовиться. Да. Человек вспоминает, а я для тех, кто к нам только присоединился, или не знал, или пропустил, а может просто забыл. У нас сегодня в гостях гениальные артисты театра, кино, дубляжа. Александр Коврижных, Александр Груздев и Дмитрий Филимонов. Не Александр, но все равно хорошо. А было бы забавно. Это а да. А было бы забавно. И Александр Климонов. Ну, короче, вспомнил я. Давай, дорогой, я умоляю. Братцы, вы извиняйте сразу, могу забыть слова, могу не очень, я вообще не очень хорошо играю. Обещал Димону спеть. Мне? Да. Песня. Люблю этого автора. Русь нерезана немерен. Ёлки-палки, яблонь дым. Занесло хромого Мерина в птицу-тройку. Пристижены щедокаша радость нашей, мать ваш тишь да гладь. Разворачивайтесь в марше, а не пора ли нам? Чё ты сидишь там? Наливай. Мчаться весорой за роем, хорошо ж ты не за мной. А между первой и вторую, а перерывчика не болешуй. Шарабан американка, режь последний огурец. Раз пошла такая пьянка, а будет вам уже копи. Да. Будут гладить против шерсти, укорачивать хвосты. А мы на месте козырь крести. Охватит жизнь на кресты. Кто отстроил хату с краю, кто-то Беломорканал. А дядя самых честных правил, а нас на бабу променял. Сох два полиберезка, а не целует, бросил пить. Тих так, я Дубровский, а по газонам не ходи. И ходили в партизаны и в запой на зло врагам. А выходили девки замуж и ходили по рукам. И пеняли все на рожу от горшка не без орешка. Но любовь еще быть может 8 раз по 2 мешка. А мы сегодня всем отрядом отправляемся в полет. Ну, дорогая, сядем рядом, и все до свадьбы оживет. Не грозу в начале мая, да танк танкетку облюбил. А птичка божий не знает, а чижик-пыжик, и где ты был? Был в России вместо бога, ты генеральный секретарь. И молодым у нас дорога, и ночь аптека, и фонарь. Бурный вестник гордо реет над моею головой. Оглянуться не успели, а я женился на другой. Наш так громко плачет, белка песенки поет. И глупый пингвин робко прячет то, что смел, достает. Как по щучьему велению, ни забот, ни хрена. Мух сел на варенье, моська лает на слона. Спит в лесах нечистая сила, спит российский славный птах. Спит большая крокодила в алюминиевых трусах. Бог деньгами шельму метит, петухи дают дроздах. А мой костер в тумане светит, и горит моя звезда.
Разнежено немерено, елки-палки, яблонь дым. Занесло храмово мерено птицу тройку. Простите, Владимир Владимирович, это не вы. Браво! Браво! Вся история 20 века. И не только 20-го! 19-го. Друзья! Это потрясающе! Я просто скомпилировал. Я говорю, что я умывался, я опять до слез просмеялся. У нас донаты выпил. Немедля выпил, да. У нас... Груздев гений. Это потрясающе. Я считаю, что это просто браво. Девочка. Это супер талантливо, это и прекрасно. Блю. Но у нас спрашивают. Борис спрашивает Новиков, а можно ли заказать песню? Душа просит лирики. Какую песню, Боря? Это за донат, Боречка, ты напиши какую песню. Это же не так просто. Ты напиши, какая песня. Мы как старые лабухи. И, друзья, и что такое, что за неравноправие у нас в шкалах донатов? Давайте Александру Коврижных задонатим. Давайте. Я спою песню насчет лирики, не знаю. Это песня, за которую я не получил денег. Просто мне позвонил один мой знакомый режиссер, у которого на мои стихи есть своя песня. Мне она меньше нравится, хотя она очень похожа. Тоже 3/4. Вот, и он говорит, ты даешь согласие и получаешь деньги, и моя песня, твои стихи... Не даешь, не получаешь. Да, я подписал, в результате он разругался с продюсерами и ушел из этого проекта, и я не получил ни денег, ничего. Ни песни, ни вообще. И ни славы. А песню люблю. В окнах дома упрек, но автобус вперед катит. Стынет в лужах вода, не вернусь никогда, хватит. А потом обману и скажу, что вздохнул вольно. Боже, как обмануть, если даже вздохнуть больно. Ветер в вашем раю гонит в душу мою тучи. Стало сердце глухим, пусть вам будет с другим лучше. А меня за столом вспоминайте потом часто. Вас дымит беда, я ушел навсегда. Браво! Или как один говорит мой друг, в ластах. В ластах. К слову, Дмитрия Филимонова вспоминают почти каждый наш эфир. Поблагодарим. Каждый, о чем это говорит? Это говорит о многом. И вспоминают хорошим словом, вы не подумайте. Один раз. Вспоминают хорошим словом. Александра Коврижного ждали у нас на эфире очень долгое время. Кстати, это ура! Несколько раз спрашивали, да, почему Александра Коврижных нет в нашем эфире. Я не достоин. Сегодня есть Александр Коврижных в нашем эфире. Да. Пишут, Александр, вы шикарный за Уолтера Скиннера в секретных материалах для ТВ-3. Вы застали сериал в 90-х? Секретные материалы. Секретные материалы. Да. 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 А как? Конечно. Ребята, я с Саней озвучивал, я не знаю, сколько это было серий, Вавилон 5? Вавилон 5, да. 120 миллионов. Да. Их 120, ребята, две серии, если мы не ошибаюсь. Мы сидели рядом. 5 сезонов. И я вам скажу, он гениальный артист. Однажды он сделал меня, как это называется... Актерски. Нет. То, что он сделал меня актерски, это однозначно. Это невозможно. Ну, это ты невозможно. Меня, Саня, он сделал меня создателем этого сериала. А, продюсером, да. Нет. Но это была зеленка. Да, это была зеленка, ребята, это было очень смешно. Это было. Он... Ты, да не ты. Сюда иди, продюсер. Подожди секунду. Он читал титры, и ему нужно было. И однажды ему не написали, кто режиссер этой серии. И он без паузы, Саня, Филимонов. Вот ты меня поймешь, он говорит. Режиссер Дмитрий Филимонов. Дмитрий Филимонов. И это прошло в эфир. А кто? Это фантастика, ребятки. Есть какая-то серия, где режиссер какой-то серии... Я просто большой фанат Вавилона 5. Это сволочь.
просто без паузы сделал меня режиссером какой-то серии. И я хохотал, мне было надо было. Слушайте, мне теперь придется еще раз пересматривать «Вавилон 5», чтобы посмотреть, в какой серии режиссер Дмитрий Филимонов был. Санька гениален, как и второй Санька. Я их обожаю. Я второй. Оба два. Да. Оба два. Я их обоих обожаю. Ладно, я тогда пятым буду. Че ты мне все время давайте до следующего тоже каким-нибудь. Я-то просто с краю сел специально. Про связки что-то спрашиваю. Про связки. Кстати, ваш сын как-то на стриме рассказывал, что у вас пересмык связок. Можно подробнее? А то про несмыкание вашего коллеги Груздева все знают. А это что-то менее известное. Все очень просто. Мы с Санькой вот теперь у него... пересмык. А у меня недосмык. Поэтому у Сани 6 детей, а у меня только 3. А если у меня 1, у меня что? Недосмык. Недосмык? У тебя все пересмык. Ребята, вопрос, как мне работается с анкордом, гениально работается. Обожаю анкорда. И у меня большие претензии обычно к режиссерам, которые играют в режиссеров. Да. Дима, вот. Понимаете? У меня к ним тоже претензии. Да-да-да. Понимаете здесь, я говорю, пошел ты в жопу. Блин, скажи, быстрее не мне. Быстрее не мне. Да. А Славка, он конкретный, я вот никогда с ним не спорю. Потому что понимаю. Друзья, у нас донат Александру Груздеву. Уху! Грузия! 200 рублей! Я сейчас 200, его зачитаю! 200 рублей! А ты не зачитаешь, там нет сообщения! Нет сообщения? Ну и все. Ребята, а почему вы не пишете сообщения? Пишите сообщения. В общем, Анкорд это мой... Но Екатерина, спасибо огромное за донат. Екатерина Никулу. Анкорд мой... Это моя дочь, ребят. Вот! Вот, смотрите, у нас сегодня в эфире! Слушай, мой сын, да, на просмотре, вся семья собралась. Хорошо, что есть дети. Это на такси. Боюсь, не хватит. И у нас еще донат от Бориса Новикова. Я тебе клянусь, я отсюда уеду. А я не уверен. Подожди, не факт, не факт, не факт. Я был бы счастлив услышать одну из этих трех. Высоцкий в Ленинграде городе, Розенбаум вальс-бастон и Окуджава. Надежды маленький оркестрик. Опа. Какой разброс. Кто готов? Я не готов. Я не готов. Но это Филимонов. Розенбаум довольно сложно играется. У него, во-первых, у него строй опен джи на гитаре. Да, нет, Розенбаум это Высоцкого тогда. Смотри. Высоцкого-то, наверное. Ковришка берет. Я вам можно спою свою песню? Можно. О, вот. Ну, наконец. Они... Александру! Пока Ковришник задонатили 500 рублей. Я да? Тогда да. Я спою точно. Надо спеть. Надо спеть. Нет, я объясню про пересмык. Я в армии, значит, пел... Ты в армии служил? Да. И в церкви больше не смеются. Да. Значит, служил, и у нас там был свой ансамбль. Аут назывался. Вот. И мы пели хард-рок. Оба. Да, там не важно, есть слух у тебя, нет слуха. Вот, и голос. Да, и голос не важно, главное вот держать вот это вот. И у меня как бы случилась такая вот штука, что у меня пересмыкание связок. Они белеют, когда смыкают. Фониатор мне рассказывал. И от этого у меня такой противный голос. Это у меня противный. А у меня самый противный, противный голос. А, да. девчонки? Нет, самым противным уже меня выбрали. Уже. Да. А у меня просто пересмык. Самым противным. Это такая песня длинная. Ована. Да, так что наливай. Готовьтесь. Да. Я родился в рабочем поселке. Это было полвека назад. Я родился в июне, поскольку в октябре был любовно зачат. И с тех пор я люблю это время осторожных ночных холодков. И с тех пор я вожусь только с теми, кто к морозам морально готов. Я родился в рабочем поселке, небольшом, как и весь этот мир. Из трубы невозможно высокой, невозможный струился эфир. Мы вдыхали его днем и ночью, эта вонь стала сердцу близка. И с тех пор, если воздух испорчен, вспоминаю родной ЦБК. Гори мой Восток, газетный
этой бумажкой, это восторг, и это мурашки, горевой восток. Я родился в рубашке, это восторг, и это мурашки. Там еще 70 куплетов. Давайте второй. Я родился в рабочем поселке, где работали каждый как мог. В среднем все получали по сотке, подоходный платили налог. Всем хватало на все и запросы, тихо жили в своем уголке. И с тех пор я решаю все просто, жить на том, что лежит в кошельке. Я родился в рабочем поселке, на реке, а за речкою лес. Пробираясь сквозь сабли осоки, я преследовал свой интерес. Кроме ягод, грибов и беззвучия, я любил эти запахи трав. И с тех пор, если сердце конючит, я смиряю молчанием нрав. И гори мой восток, газетной бумажкой, это восторг. И это мурашки, гори мой восток. Я родился в рубашке, это восторг. И это мурашки. Я родился в рабочем поселке, постепенно он городом стал. Изменились фасоны и челки, и в негодность пришел кинозал. Там, где стучалось восторженно сердце, нынче бойко стригут барыши. И с тех пор возвращаюсь я в детство, словно в тихий поселок души. Ничего не отнять, не прибавить, все замкнулось надежно, как круг. Только перебираю губами имена и друзей, и подруг. Всех судьба разбросала, поскольку каждый сам себе конь и ямщик. Я родился в рабочем поселке, и работать я с детства привык. Гори мой восток, газетной бумажкой, это восторг, и это мурашки. Гори мой восток, я родился в рубашке, это восторг, и это мурашки. Александр Коврижнев! Александр Коврижнев! Простите, что такая длинная песня. Ну вот повеселился. Из песни слов. Похолодало, да. Ё-моё. Ну вот, в принципе хард-рок-то вот такой вот так и звучал. Я вот для этого спел, чтобы показать, как мы пели хард-рок. Теперь похлопай меня по спине, а то они там бегают. Мурашки! Ты тихо. Надо все-таки уважить нашего Бориса Новикова. И спеть что-то одно из трех. Ай, Высоцкого? Давайте, может быть, Высоцкого. Да мы не маки. Ребят, давайте, Высоцкого я спою. Давай. Хорошо. Ну, давай. Это песня моего, любимая песня моего детства. Опасаюсь контрразведки, избегай жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков. Жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем-то спрятан. Инфракрасный объектив, а потом в нормальном цвете приставало в черном цвете. Все, что любим мы и ценим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой гум стал маленькой изгонкой. И вспомнить неприлично, в чем ты стал театр МХАТ. Но работать без подручных может трудно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с
пути с панталыку не советский человек. И Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем-то, подручный Джона был находкой для шпиона. Находкой для шпиона. Случится можно с каждым, если пьян и мягкотел. А вот и первое задание. 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон взрывчатый. Принесете мне батон. И за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, но в Чикаго много женщин и машин. С артикуляцией слов. Да, мужчин. В общем-то, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится может с каждым, если пьян и мягкотел. Если пьяный мягкотел. Да, мягкотел, конечно. А дальше как? Хотел. Женщина машин. Если пьяный мягкотел. Сейчас я погуглю. В общем, плохо. Там все плохо закончилось, ребят. Для шпиона. Вот и первое задание. Вот и первое задание. А это было уже. В 3:15 возле бани. Может раньше, а может позже остановится так. Это было уже. Ну, после пьяного хотела меня. Ну, в общем, нет больше. А говорят, нет больше. Все, да? Там уже последний. Нет, было! Ты сломал, там еще ты сломался на последний. Было! И, ребята, ищите еще. Я предлагаю за такой талант, день, конечно, день коньяка. Как агуга. За то, что Филимонов при нас пил Высоцкого. Филимонов, Высоцкого. Что сегодня просто гениальное исполнение песен. Это потрясающе. Я вас люблю. Я вас. Это взаимно. Спасибо большое. Это очень приятно, что вы сегодня пришли. Это ценно. Викуська. Уточняю, вот чьей жена Викуся. Я ее обожаю. Я как не страшно. Ребят, я когда-нибудь... Тебе никто не спрашивает. Я когда-нибудь выложу. У меня больше всего фотографий с Викой, чем со всеми остальными моими друзьями. У тебя сын подсказывает. Мы просто на каждой... Что, у меня сын подсказывает? Да, этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер. А! Но жестоко просчитался! Спасибо, Валька! Да-да, этих штучек мастер, это самый Джон Ланкастер. Но жестоко прочитался пресловутый мистер Пек. Обезвержен он и даже. Он пострижен и подсажен. А в гостинице советский поселился мирный грех. Спасибо, браво! Браво! Ребята, хорошо иметь сына. Спасибо, Валентин, мы вспомнили. Сын спас честь отца. 40-летнего сына. Ему еще нет 40 лет, но... Ну, 39-то есть. Слушай, 39. Я бы мог быть твоим сыном. Мне 39. А может быть, ты и сын Димки. Валька, ты гений. Тут два варианта. Просто повезло или просто не повезло. Не срослось. Не срослось. Не смыкай. А тебе сколько? Жизнь и судьба. Валер, тебе сколько лет? Валер, тебе 39. 39 тебе? Как Вальке? Вот мог бы быть. Не синхрон. Может, перепутали? Я звоню сыну и говорю: Валь, извини, я тебя поздравил в этом году с днем рождения. У меня бывает такое. Бывает. Он говорит: расслабься, поздравил. Ты, главное, в следующем году не забудь. Я говорю: а что в следующем? В следующем 40. И у меня шок. Как 40? Он говорит: мне 40 в следующем году. Я говорю: Валь, как 40? Он говорит: пап, тебе было 25, когда я родился. Я говорю: ну, тебе в этом году 65. Я говорю: ну, мне 40, это логично. Нет, а у меня шок, как 40? У меня сыну 40. 40? У меня всего 35. Подожди, сейчас секунду.
Подожди. Подожди, ты куда ты бежишь? Ты все время... Нет, я выпить. За детей. Кто понял жизнь, тот не торопится. А ты что не бежишь? Я не... Я вот уже мчу. Ты не торопись-ка, ты торопись-ка. А у меня как-то логично. Ребят, 40, 30, 20 и 6. Да, все сходится. Все сходится? Логично. За детей. Логично. Давайте за детей. А мы, да, скоро... опять пить. А мы ему скоро год. Вот. А мы ему вот. Скоро год. Замечательно. Давайте за ребенка. Филиппчику. За Филиппа. Гениального. Я его знаю. Давайте лично. Уже тогда за всех ребенков. Давайте за всех детей тогда. Мы за каждого в отдельности устали. У нас их оказывается 14. На всех. На всех. У нас 14 детей. Да, и за детей предлагаю. За Филик. Да. Опа, ну, я мы их распределили. Вы-то думали, в честь кого назвали моего сына? Поровну, чтобы было у каждого, да? Хотя 14 или 4 не делится. Надо еще двоих. Не, ребят, у меня когда родилась дочка, и я назвал ее Полиной, у меня был вариант Варвара, но победила Полина. И когда я назвал, у меня был такой друг Максим Виторган. В смысле, был он живой? Не, он... Он уехал и стал быть твоим другом? Нет, он как-то растворился. Ребята, он дистанцировался. Просто да. Дистанцировался. Вот. И он мне звонит, говорит, а своей фантазии нет? Я говорю, в смысле? Ну, у меня дочь Полина, и у тебя? Я ему сел, говорю, что у меня был вариант Варвара. Ну, говорю, ну, у тебя нет как бы авторского права на это имя? Я расскажу сейчас. Подожди, Балкова. И когда я уже пришел, и он... своей тогдашней жене Вике, гениальной артистке, Вике Веры, говорит, я тебе говорил, надо было не Полиной, а Варварой называть. Я говорю, Максим, как мы рядом ходим все, потому что у меня второй вариант тоже был. Вот. Так что... Зачем? А? Что у тебя? Когда да, у тебя я говорю, когда я вышел, что я победил. Когда... Подожди, секунду. У нас, когда оказалось, что Вика беременная, так. Она такая говорит, дочку назовем Ульяна. Как у Гланца. Как у Гланца, да. Я говорю, нет. Я говорю, зачем как у Гланца? Ну, своей фантазии нет. Ленина все. Нет, он сам это сказал. В общем, мы спорили месяц. Хорошо, что сын. Да. И в итоге решили, что если мальчик называю я, если девочка называет Вика. Мы как-то это у нас тоже. Повезло. У нас с женой такое же распределение. Больше всех, ребята, повезло мне. Так. Четыре раза. Я родился 9 мая. 1965 года, когда в газете, во всех газетах, постановление Верховного Совета ЦК, блин, бум, бабам, о том, что 9 мая День Победы. До этого не было. А-а-а. И, вот именно и моя умудрилась меня в этот день... Хавана! А вот он я! И через пару дней моя выносит меня. А там папа говорит, стоит вон там далеко и машет где-то цветами. А здесь еще живые фронтовики. И их много. Они тогда были все живые. Прошло только 20 лет победы и только и всего. И они стояли, и твой дед забегает вот так вот на лестницу белую. Забирает тебя, говорит, Сашка. У меня вот так вот делает, вот так вот им показывает, они все орут. Ура! И он поворачивается ко мне и говорит, как назвать-то хотели. Она говорит, Лешенькой. А он им кричит, ну какая нахуй Лешенька? Победа! Александр! Браво, браво! Саша, у нас, я. У нас на истоке приобрели задание. Новое значение. Мы с самого рождения теперь рассказываем. Смотри. Мы спорили, Катыныч мы долго пишет. Думали. 28 ударов ножом. Должен сказать отец фразу да. сына. А я не знаю. Из игры. Я... Ну скажи, скажи. 28 ударов ножом. Так и сказать? Да? 28 ударов ножом. Все, да?
все. А что это за игра? Не знаю. Детройт. А, из Детройта? А я не помню. Кстати, я всю прошел два раза, не помню. Это я помню. 28 ударов ножом. Петю я назвал. Ну, фразу Петю я назвал, когда еще Пети не было. Вроде даже в задумке. Петю я назвал, когда еще в армии служил. С ума сошел? Я тогда решил, что нет, что ты, черт побери, такое несешь. Да, что ты, черт побери, такое несешь. Вот это для меня. Это, конечно, легендарная фраза. История интересная. Да. Че, какая? Твоя. Моя? Да. А, Петю я назвал в честь апостола Петра. Ага. И назвал его, когда еще даже Петю как бы не было даже ну, в задумке, но я решил, что вот первого сына я назову Петром. Это было в армии. Я в армии впервые прочел Евангелие и 4 раза его прочел. Угу. И вот самый мой главный любимый персонаж оказался апостол Петр. И я решил, вот что я первого сына назову Петром. Вот такая история. Продолжаем. И все. А прекрасная история. А ведь коврижный в Библии, который я был режиссер, был Иисусом Христом. И ты был режиссером Библии? Я был. Да, Иисусом Христом был, да. Да. А потом другой Библии. Иисусом Христом был Миронов. Ребят, это в другой Библии. Это в другой Библии. Это другая Библия. Ребят, простите, я путаюсь. Это киношная, а там радиоверсия. Там такая как бы... Ну, я всех не знаю, друзья, извините, я могу путаться. Я тебя простите. Сегодня профессиональный праздник. День коньяка. Да! Не осуждайте меня, пожалуйста. Саня. Сейчас я вспомню забавные анекдоты и спою про эту песню про день коньяка. О! Вернее, нет, про следующий день коньяка. Следующий день коньяка. В смысле, про завтра. Да, завтра день пива. Это я вам, да. Завтра? Это я, да. Это я. Встречаемся? Что да. Бывает после коньяка. Да, да, да. У кухня новая. Уже? Да. Вика, я вас поздравляю! Ребята, ребята, и кстати, про вот это вот, мы читаем Библию, прошла вот эта штука, и я приезжаю в Астрахань. Привет опять, Астрахань. Я приезжаю к своему другу и говорю, ну что, поздравь меня, в проекте «Мы читаем Библию», я Пилат. Он так смотрит на меня, говорит, Калипского моря! Калипского моря! Пилат! Давай! Я Пилат! Пилат, давай! Калипского моря! Стори! А это, ребята, про завтра. После всеночных общений в голове с утра дыра. Жажда острых ощущений не доводит до добра. И все отчетливее чувствую я бренность бытия. Че-то гнусно, че-то грузди, и че-то жизнь невкусная. Как под злую сказку детственную, кто бы рассмешил, и че-то противоестественное лезет из души сволочной, гнусно, гадкое и злое, но свое, и жаль, что стенк слишком гладкая, не влезешь на нее. Тяжело без пистолета и без башки взорной. В этой жизни счастья нету, нету рыбки золотой, нет покоя. А что такое? Это кома в горле, блин, и холодный под рекой меж неглаженных штанин. И опасная трясина затянула, нету сил. Я бы выпил керосину, только где он, керосин, не спасает. Вот к сердцам и мурашки по спине, я инвалид души, сердце чёт сломатого мне. Как хочу, кричу и плачу, все, что под руку клиняю. Я инфекция ходячая, не трогайте меня. Одинокий магиканин, потерявшись дуру в скальп. Я в куда-то сильно ранен, мне чего-то смутно жаль. После всеночных общений в голове с утра дыра. Жажду острых ощущений расстроил нахер гитару. Не доводит до добра. И все отчетливее чувствую я бренность бытия. И что-то гнусно, и что-то грустно, и что-то жизнь невкусная. Марабну, 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 марабну,
Браво! Александр Груздев! Не настроено, что тебе? Я совсем расстроил гитару. А гитара не Ольга настроена. Кузнецова просила передать вам. Люся! Что Дмитрий Федорович писал мультсериал «Ученик Санта», она запомнила надолго. Нет, надолго запомнила. Она просто просила передать. Она не смотрит. Вопрос Александру Коврижну. Передайте. Какой? Александр, каково было озвучивать Блич на студии СВ Дубль? СВ Дубль. Хорошо было озвучивать Блич. А поподробнее. Блич. Аниме. Жарко. Там не было... Там не было... Нет кондиционера. Проветривания. Мы иногда на СВ Дубле... Не поверите, снимали эти одежи и озвучивали прямо, как в чем. Ребята, ну, и мать, конечно. Я вспоминаю СВ. Потому что жарко. Я вспоминаю Ольгу Борисовну. Почти песня получилась. Было жарко. Ольгу Борисовну, я вспоминаю замечательный фильм «Годзилла». Это фантастический случай, когда... Ну, когда артисты говорят, это включен микрофон. А когда идет какая-то сцена, где нет ничего, микрофон отключают. Но был один случай, когда мы писали «Годзиллу», Александр Рудольфович писал, и мы сидели, смотрели на сцену. И «Годзилла» плыла, рядом плыла атомная американская... Мультик, да? Нет, это не мультик, киношка, это фильм, киношка. Это кино. Атомная подводная лодка, «Годзилла» была огромная, она махнула хвостом, и лодка чуть не утонула. И лодка захлебнулась! И в закрытом микрофоне голос Александра Рудольфовича прошел в эфир. Ёптать, хуёвина какая. Ребята, я клянусь, это было, это прошло, каким образом, я не знаю. И эта сука, блин, она... И это фантастика. Друзья, надо найти озвучку «Годзиллы». Он, если я не ошибаюсь, это был Первый канал. Я слышал, это Первый канал. И немедленно удалите. Нет, и выставите на всеобщее обозрение. Вопрос к Александру Коврижне. А что такое-то? Да. А ты что-нибудь скажешь голосом толстуна Гамми и короля Грегора из Мишигами? Мишигами! Что за те динозавры? Откуда они там накопали? Наши подписчики знают все. Наши подписчики знают все. Я это понимаю. Ребята, вы поймите, у нас короткая память. Мы как рыбки-гуппи. Мы отходим от микрофона и забываем вообще, что писали. Это невозможно хранить. Я всегда рассказываю. Я не помню, правда. Дмитрий Федорович, вот здесь вот компьютерная игра. Я говорю, да, прекрасно. А вот дракончик, вы 5 лет назад писали его, очень он вам нравился. Ага. Помните? Я говорю, вы охренели? Я вчера не помню, что я писал, 5 лет назад. Говорит, ну помните, вот дракончик, он вам очень нравился. Я говорю, ну, наверное, покажите. Мы не можем. У нас 2 доната. Гомосека! Во-первых, Борис Новиков пишет спасибо, Дмитрий Федорович, собственно, за исполнение Высоцкого. Борис Федорович постоянно спасибо. Донатит. А Степан Гомосек, ну, так уж вышло. Добрый вечер, вспомню мультсериал «Гангрейв. Пираты Черной Лагуны». Да. «Хельсинг Воина» с нечистью, где Александр Груздев озвучивал отца Андерсона. Ты помнишь отца Андерсона? Ну, это вот то, что мы четвером писали. Вот это я помню. Перекрестись! Ты что, дурак? Я тут, по крайней мере, пил. А я ел. Давайте споем, ребята. Давайте споем, да. Подождите, лучше сначала. Выпьем. Вот, Груздев, процитируйте фразу из чувака про... Процитируй петицию. Петицию, которую ты заставлял всех подписывать. Подпишите мою петицию. Или я убью мою собаку. Посмотрите на это. Только ты скажи, а не я. Ребята,
Я опять привет Астрахани. Чувак был озвучен моими воспоминаниями об астраханской шпане, пока я рос. Слышь, ты сюда иди. И быстро подписывай эту петицию. Ты можешь не подписать эту петицию. И что я с собой сделаю, еще неизвестно. Давай, делай это или умри. Не, можешь сдохнуть. Давай. Прямо сейчас. Или нет. Выбирай, дорогой. Чего ты молчишь? Че? Весело тебе, да? Мне пока не очень. Я смотри, перезаряжаю, что у меня тут есть. Это просто... Ребята, это весь монолог он помнит наизусть. Я не помню ничего, это не то есть... Да не, это куча фраз, да, из «Апостол 2». Правильно я понимаю, что текста не было. Почти. Был, но плохой, а вот это... А этот гениальный, это гениальный текст. Перекрестись и ты тоже. И немедленно выпил. За Астрахани, за всех... За всяких чуваков, ребят. За чуваков, да. Дай бог. Дай бог, чтобы вы превращались в хороших и классных людей. Да. Постепенно. Да. Музыкальная пауза! У-ху! Ребята, я сейчас вспомнил, мне однажды... Мариночка сделает нарезочку, не переживайте. Да, Мариночка нарезочку сделает обязательно. Обязательно. Это наш монтажер. Подождите, а этот забавный спектакль когда-нибудь закончится? Нет. До утра, Саша. Мы до утра. Нет, ну, некоторые это и не до утра. Есть песни. Вы готовы? Пой. Есть тема? Крокодил, пой. Поем. Да. Давай. А мне даже в ВКонтакте пришло сообщение, и один молодой человек сказал, не могли бы вы поздравить мою жену с днем рождения? Угу. 2 дня у вас на это. Это угроза? Время пошло. Или предложение? Я даже не знаю. У меня в то время был маленький ребенок. Коляски, поэтому... У меня все время большие. Много времени. Я так мечтаю, чтобы у меня был тоже маленький такой. Они все большие. Пой давай. Да. И у меня было много времени. Я гулял с ребенком с коляской. И я написал просто песню, а не поздравление. И Саня Горохов попросил для своей жены... Насте написать, записать сообщение. А я написал песню. Правда, сначала я написал для девушки Ксюши, а потом понял, что она Настя. А рифма уже пошла. Это не страшно. Саня, если ты смотришь, так уж выпали. Кости и масти, что сегодня вам песню пою. С днем рождения, девушка Настя. Так сказать, happy birthday to you. Люди празднуют. Тут тебе здрасте, появился какой-то дебил. С днем рождения, девушка Настя. Хорошо еще муж отходил. Он вернется, узнает Россия, что такое ангард и туше. С днем рождения, Анастасия. Я почти закругляюсь уже. На столе и закуска, и сласти, а вокруг все фарфор, палисандр. С днем рождения, девушка Настя. Ну и крифты сказать. Александр. Доминует вас горе напасти. Я пророк, я из рода Кассандр. Днем рождения, девушка Настя. Ну что ты молчишь, Александр? Ты скажи, чтобы было красиво. Ведь твоя же жена, не моя. С днем рождения, Анастасия. За родителей. Здорово я.
Я махнул и забылся от счастья. Так что, если вдруг что не так, извини. С днем рождения, девушка Настя. Ты скажи, о, да мы одни. Свою жизнь в любовью раскрасьте. Чтобы била она через край. С днем рождения, милая Настя. Сань, ну что ты застыл? Наливай. Я не могу проигнорировать. Я не могу такое игнорировать. Это было бы глупо. Это шедевр, это было бы глупо. Очень глупо с моей стороны. Наш мальчик. Это наш... Я живу среди гениев, поэтому приходится... Нет, это я живу среди гениев. Нет, это я живу среди гениев. Как бы... Тут у меня в начале в самом сроке не страшно вот посмотрит среди рядом с гениями. Посмотрит на вас старшие товарищи и скажет... Жрать пришли. Страшно! Чего нас-то не пригласили там? У меня всегда... У меня всегда... Мы бы вам показали бы... Ноги и руки трястись начинаются, когда я сижу с такими людьми. Это правда. Да не надо трястись. Вот. Я предлагаю выпить за гениев. Это не твоя, вон твоя. Так. Ребят, вы что? Твоя рюмка, меня. Подождите, подождите, минуточку. Ребят, серьезно, чайник включили? Вы что? У вас в микрофон ничего не лезет? Лезет. А сейчас быстренько. Дай почитать. А выключи, если мешает. Нет, у меня хватит. Спасибо. Вы что, люди еще с нами? Да, люди еще с нами. Более того, был вопрос. Да, простите, что я пропустил? Что я пропустил? Аркл Наклс, дополни вопрос от главного дубляжника. Бывало ли, что вы при записи чуть ли не задыхались со смеху? Может, из-за шутки за кадром или при записи текст был смешным? Можете вспомнить такой случай? Можем. Давайте, вспомните. Ты первый тогда? Ты первый я начал. Первый. Ты первый начал? Вообще по старшинству. Мои любимые истории, мы с Денисом Беспалом озвучивали фильм про компанию пидорасов, которые приехали в Амстердам жениться. Это было единственное место, где можно было жениться. И мы уже... Когда в Европе. Да. И мы уже кололись от этого. Мы играли пару. Я был пассивный, но активный. Откуда ты знаешь? А потому там что... все было показано. Потому что видно. И, показывают такое? И мы с трудом сдерживались, а хохотали внутри. Но у меня была фраза. И когда они начали мириться, мои, значит, они поругались, наши персонажи. И мы с Дениской рядом вот так сидим. И я говорю, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Прости. Ты же знаешь, что я невротик. И вот тут я назвался невротик, Денис упал на землю, на пол, извините, и сказал, что он больше не будет писать этот фильм. А я, а что, у меня текст такой. Да. Тебе смешного. А если он невротик, тогда ну, во что же? Ну, рассказывай, давай уже. Ну то же самое, когда мы писали какой-то фильм, где... Опять? Да, про негров, извините. Вот, и Олег Константинович Куценко, какого-то негра главного, озвучил, и у него в квартире был склад ворованных тостеров и... Кеды и бутсы. И бутсов. Да, бутсов. Спортивных. Вот, и когда к нему подходил какой-то другой персонаж, и говорит, я девок снял, давай к тебе в квартиру. И Олег говорит... Ко мне нельзя, у меня там тостеры и бутсы. Склад свой. Тостеры и бутсы. Тостеры и бутсы. После этого он упал на пол. Мы пытались поменять текст. Он говорит, я не буду больше писать. Тостеры и бутсы и все. Эти классические, это любимая их девушка по имени Рут. Да. У нас Рут, да. В смысле? Не, ну это же... И у нас донат. И у нас донат, да.
Сегодня поговорим о банальном компосте. О банальном? Компостия! Подожди, Дмитрий Федорович уже... Так, Дмитрий Филимонов, помните мультсериал «Экстремальные охотники за привидениями»? Дубляж от СТС. Вы там вместе писали или раздельно? Это вопрос, видимо. Вместе писали или раздельно? Царство небесное Андрея Ярославцева. Так отсеять от меня. С кем ты там вместе писал? Вот это вот. Каких-то анальных охотников. Я много... Я в таком участвую. Не-не-не, вот экстремальный охотник. Выпей отраву, тварь. Ну, помнишь так? Ой, выпей от отвары страны. Вместе с Ярославцевым? Нет. Нет? Я не помню. Ярославцев не мог себе такого никогда позволить. Как? Почему? Ну, потому что... Нет, было время, когда он мог позволить. Я не помню, ребят. Было время. Ребят, ну нет, правда. Это ужасно, ужасные вопросы. Вместе, раздельно. А они так мучают специально. Да-да, спрашивают конечно. Вопросы, задают нет, вопросы, ну, да. Задают вопросы, на которые трудно ответить. Да кто бы помнил, ребят. Пиво, водка и чаёк. Вместе там кто-то или раздельно писал. Так. Компрессия Жарков нас проснулся. Чего? Да, компрессия! Кто пью, ты или Дмитрий я? Федорович. Компрессия! Подожди, Дмитрий Федорович уже подоспел. Уже подоспел? Что за шум на фоне? Чайничек. И у нас снова донат от Бориса Новикова. Ура! Богатый человек. Давай, очень смешно, потому что вот это вот я помню... Очень смешно, потому что мэр Лужков, он говорит, каких, бля, Лужков? Я выступал в ресторане «Прага», где он каждую пятницу собирал своих. Донатов. Ну, да. И донатиков. Руководителей районов Москвы. Мы там выступали и вместе с Гурченко. И она вытащила меня, и стоит Лужков. И она меня водвоит к нему, говорит, да не ссы ты, иди сюда. То есть только что с ним, я типа от куклы, а он вживую. Ага. Ты же клево это делаешь, талантливо, Санек, блин, ну вот, подойди. Я протягиваю ему руку, он говорит, ну протягивай. Это Сашка, он у вас в куклах, он не пожал. Значит, понравилось. А это вот как раз был ответ на вопрос. Давай пожмем, ребята, я никогда я не забуду, потому что я шагаю по Москве, пум-пум-пум-пум, я шагаю по Москве, пум-пум-пум-пум, я шагаю по Москве вдоль по улице Тверской, то по Нью-Йорку, то по Лондону, я по Москве люблю шататься и с девками американскими. У мавзолея обжиматься. Люблю сказать, люблю по-лондонски и под себя ее подмять. И в ушко ей шепнуть по-английски, умом Россию не понять. Я шагаю по Москве, пум-пум-пум-пум, я шагаю по Москве. Запомнил. Да не забудешь такое. Он говорит, да не могу я под Лужков. Он говорит, да фигня, он шепелявит просто. Шепеляв и все. Ну просто его... Он озвучил или мультик корейский. Корейский, Ачи и Сипак. Там еще смурфики у Курины и Шорохова за порно-звезду озвучивал. О, как. Смурфики, что? Господи. Там еще смурфики у Курины. Я не знаю, ребят. Простите меня, люди. Дуру грешу. Донат от Бори Новикова. Дим Федорович, это гениально. У меня все закончилось, а то бы я выпил за ваше здоровье. Прекрасно. Донаты-то не закончились. Да, донаты не закончились. Мы выпьем за твое здоровье. Прекрасно. И чтобы, братцы, и закончил, и чтобы про куклы все закончилось. Давай. Однажды в Нижнем Новгороде мы с Сережкой Безруковым выступаем перед Черномырдином, и там Лужков сидел, и вот это. И я так, а там выносят, после того, как мы выступили, им начали разносить коньяк и шампанское. Угу. И я вот так вот, хабац, а меня кто-то вот так вот за химот так. Я разворачиваюсь, там Сережка Безруков. Я говорю, ты чего? Он говорит,
Ты что, не видишь, как они на тебя смотрят? Беги. Без рук. Ну там же, я говорю, ты идиот. Ребят, про куклы все. Александр Рович, пусть расскажет Досевичу про Робин Гуда. Ребят, два часа назад было. Уже про Робин Гуда, да, обсуждали. Позовете Елену Греб. Ленку? Чебатур? Да, Чебатур. Позвать-то можем. Все хотят, но с другой согласиться, стороны... Согласиться, не согласиться, да, это другой вопрос. Слышь, ребят, мы позвать можем кого хотите. Только согласятся они или нет, это другой вопрос. Люди абсолютно бывают занятые, бывают там хотят, не хотят, это большой вопрос. Вот. Позвать-то можем, конечно. Как Всеволод Кузнецов, например, не любит интервью вообще в такие форматы. А в гостях будет Артем Бахтин, также известный в Фандале, как Фуроу. Пришлось. Меня, потому что меня, у нас, меня потому пытали. Что у нас интервью. Меня пытали аниме и заставили. Это Фандабе, если аниме, да. Друзья, нет, я боюсь, что я не очень силен в этой теме. Я не очень силен, кто озвучивает аниме в Фандабе, поэтому простите, пожалуйста, я не знаю, кто это. Вот, сорян. Хотелось бы позвать Ирину Гришину и Надежду Подъепольскую. Это Томми Пиклз и Хельга Патаки. А для советских детей они, в первую очередь, Сраешкин и Электроник. Ребята, друзья, брат, я вот мы, честно, мы, я мы, вот мы, только Ирину Гришину мы, один раз в жизни видел. Надежду Подъепольскую я могу вам обеспечить, я ее уважаю. Вот. Это моя любовь. А давайте вот с Дим Федоровичем договоримся, да, я что готов. С Дим Федоровичем придем, я готов. Тогда, да. И с Надюшей я вот, играл, и обязательно я играл сделаем все роли в Тюзе вместе в состав, и я ее знаю, люблю, обожаю, она звучит. Вот, а давайте тогда так, вот, только вот с Дим Федоровичем, хочешь, потому что я лично не знаком, я не могу. Я познакомлю тебя. Вот. Тогда другое дело. Тогда вот другое дело. Тогда другое дело. У тебя перепалка с Ольгой Кузнецовой была. У Дим Федоровича была перепалка с Ольгой Кузнецовой, как раз на ученике Санта. Что за перепалка на неделю назад рассказывала? Мы с... Ой, а все выпили уже? Как это называется? Состыкнулись. Состыкнулись. Ну, да, лучше. Иногда мы состыковывались. Ну, да. Но потом было все хорошо. Перепалка это типа, когда да, типа. Да. Она, нет, она, я... она рассказывала, что типа текст не уложен, вот это все, да. Да, вот я. И ты такой. Я почему такой, ты ничего не уложен? Я такой. А потом, ну я же ее люблю. Кому палку? Как и мы все. Не палку, а перепалку. Перепалку. Перепалку, да. Я обожаю Ольгу. Ребят, это потрясающе. Насчет Ольги, давайте я расскажу по поводу Кузнецовой. Лет 5 работы моей в озвучке, я знал, что есть такая артистка Ольга Кузнецова. И она знала, что есть Филимон. Но мы нигде не состыковывались. И мы ходили вот так вот. Она рассказывала эту историю. Да. Да, да, да. И да, мы да ходили, она не до конца рассказывала. Вот. А мы вот с Сашкой, например. Подожди секунду. Вот. Но. И я знал, что есть такая Кузнецова, она знала, что есть Филимонов. И я приходил и говорит, вот только Кузнецова ушла. Угу. И она приходила и говорит, вот Филимонова вы не застали. И однажды я прихожу на ваше видео, сидит девушка, и она говорит, ну что, Филимонов, попался. Я тебя жду. Я говорю, в смысле? Полтора часа жду, когда ты придешь. Я говорю, а вы кто? Я Ольга Кузнецова. Я говорю, Оля, я 5 лет вас жду. И рядом сидит народный артист Золотницкий и говорит, ребята, у меня есть бутылка водки. Просто, он просто так сказал. Вот. Я так понимаю, что репетур после этого. Какой репетур? Уехал в Израиль. Да. Какой репетур? Это же в то время было, дураки. И репетур после этого начал всем своим знаком, с девочкам, с которыми он знакомился, говорить, вся наша, вся моя жизнь была предисловием к нашей встрече. Он цитировал Филимонова. После этого, ребят, после этого великий народный артист Золотницкий говорит, ребят, а у меня есть бутылка водки. И он говорит, и давайте
За встречу. Дмитрий Череватенко у нас в чате. Вот. Ребята, метро, станции метро Рязанский проспект. Дайте Диме админку. Пускай тоже модерирует. Да. Да. Он знает, что хорошо, что плохо. Не давай ему. Он смешной, он Филимонов любит. Это нормально? В общем... а нас с Саньком не очень. Почему это? Друзья, ну Пети Ващенко с Машей Ващенко точно не будет. Это не родственники. Привет, Дим, привет. Не будет этого. Здорово. Привет, Дим, да. Я говорю, Петя Иващенко с Машей Иващенко точно не будет. Это не родственники. Там внизу пишут, Сулей его позвать. А, с Ульяной? С Ульяной можно, да. Ульянка? Конечно. Ульяночка, во. И Петя, во. Обязательно позовем. Ребят, я снимался с Ульянкой в фильме. В каком? А, в «Сватах»? Нет. В «Золушке». А, в «Золушке»? Я не смотрел. 4-4. Никто не смотрел. Никто не смотрел, да? Да ладно вам, дураки. Я видел нормальный фильм. Да? Я не видел просто, честно. Нормально? Это не потому, я что... Я не знаю, где он увидел, я не знаю, просто я не смотрел. Где надо, там и Череватенко, привет! Привет, Череватенко! Дима! Дим, да ладно тебе слово нет, поэтому люди. Сорян. Был еще один донат, Unforgiven. Да? Ну, сейчас, секунду, сорян. Ребят, не все успеваю. Вспомнил мультфильм «Акира». Призрак в доспехах, либо призрак в доспехах. На чите, это наш. Вот такой я помню. Ты знаешь? Или... Ты помнишь? Ну, призрак в доспехах, как мини-фильм был. Дубляж от Первого канала. Можете рассказать про актера Виктора Петрова? Я могу все про него рассказать. Акира, дисциплина. Виктор Петров. Дядя Витя Петров, он был совершенно замечательный, потрясающий. Вы можете его увидеть в кинофильме «Старый Новый год», который периодически показывается по каналу «Культура». Это ты? Да. Он был актером театра МХАТ, и он был совершенно замечательный человек. Я попал, потому что он заболел. Он заболел, он попал в больницу, а у нас тембры похожие. Но, тем не менее, несмотря на похожие тембры, я очень часто с ним озвучивал. И поверьте, очень много каких-то совершенно замечательных фильмов. Дядя Витя однажды мне рассказал про нашу работу все, как он правильно это понимал. Мы выходим, я уж не помню, где это было, вот это вот, ну не важно, там какой-то союз очередной, там, блин, там какие-то херь. Где мы вот много-много, и нам они там насыпают, дают бумажки и деньги еще вот такие железные. Потому что мы получали очень мало за то, что брали количеством. И он вот, и я вот так стою и считаю, блин, вот эту вот мелочь. И выходит дядя Витя, раскрасневшийся такой на морозе. Он говорит, Санек, а ты здесь не мерзни. Пойдем, я это самое. Ну, пойдем. Не, вот здесь, недалеко, я знаю. И он мне тогда совершенно прекрасно рассказал про... Он говорит, в нашей профессии, Саша, есть несколько очень прекрасных вещей. Без нас не начнут. Из телевизора не пахнет. Если обосрешься, больше никогда не позовут. И мы с тобой на носителе. Я тебя поздравляю. На носителе. Я говорю, это что значит? Говорит, а это значит, что мы с тобой сдохнем. Они будут все это показывать. Так и будет. Вот это, ребята, дядя Витя Петров. И он был... Братва, он был актер, он другого ничего делать не умел, но он был очень классный человек. И очень, кстати, пел хорошие романсы, песни. Помнишь, да?
Да. Вообще был, он был культурой то еще МХАТ. Ну да, да. Он да. нес просто. Да. Высокий, да. И да. когда рядом с ним находился, да, я немножко застал тоже с ним поработать. Я, ребят, до сих пор, как абсолютную для себя, ну, как бы вот, полную попадалову в свою профессию, когда я прибежал на поминки к дяде Вите. И я вбегаю и понимаю, а там... Машка Бакина, и они все организовывали, и вдруг Маша подходит, а я присаживаюсь где-то там, а там все наши, все. Угу. Ну, понятно, потому что вот он был просто, и вдруг его жена говорит, Груздев где? Я вот так жопу свою поднимаю и говорю, я вот, говорит, Саша, он говорил, что вы правильный. Я вас приглашаю, вот мы сейчас здесь закончим, вы к нам домой, угу. пожалуйста, приходите, потому что он хотел, угу. чтобы вы его еще отдельно приняли. Вот, ребят, вот кто такой был дядя Вить Петров. Он был, ну да, и... Ну, да. это мэтр, да, Виктор Петров, конечно, да. это просто... Ну, вот, кстати, к разговору о том, у кого чего воровал, вот у Виктора Григорьевича я воровал как надо... А у него невозможно было, не потому что ты подхватывал да, просто да. интонацию, вот как он читал документалки, это вот эталон. Чечняк абсолютно. Эталон. Это замечательно, я писал долгое время клуб капитанов на радио России, и я был диксендом. И у нас был Паганель, капитан Паганель, Абдулов села. И это было прекрасно, это все замечательно. И в какой-то момент Севочка, дорогой мой, умер. И надо было писать раньше, дальше. И режиссер говорит, а кто? Я говорю, давайте будет. Дядя Витя Петров. Он говорит, давай, я его знаю, кстати. И взяли, все прекрасно пишется. И в какой-то момент режиссер ко мне подходит и говорит, Дим, а я там Диксен, это 15-летний капитан, а этот Паганель. Он говорит, вы сливаетесь. Ух, как. Я говорю, Володь. Володя Шудов. Как я могу сливаться? А ты в не по голосу, по интонации. Я так много работал с Витей, что я интонационно. Спасибо, друзья! Я сливался с ним. И я был горд тем, что... Да? Я сливался с Петровым. Давайте за мэтров выпьем. Давайте, за... поменим. Кого нет с нами, это потрясающие люди, потрясающие кто голоса. Кто меня обсмеет пьяного Филимонова, будет иметь дело со мной. И со мной. Все поняли, кто? И со мной? Я не знаю, добился? И пусть. А, мы, да. И замечательный куплет. Ребятки, я вас люблю. Потому что мы тебя любим. Это да, это правильно. Ты нас привел, а мы тебя уведем. Хорошо. Уведите меня кто-нибудь. Тихо! Да, я пролил. А по поводу Иващенко я обязательно спрошу. По поводу Иващенко, Пети и его дочки Ульяны. Обязательно спрошу. Диомид Виноградов надо позвать. Обязательно. Позовите. Пушного позовете. Блин, мой лучший друг, ребят. Даже не знаю, что вам сказать на это. Вот, а друзья. Давайте потихонечку, уже сколько мы... Да надо пора. Часа уже. Три поговорили, 3,5 часа а поговорили. Давайте музыкальную паузу в конце. А давайте до утра. Ну, я-то... А, давай. Женатый какой. Я хоть до утра, хоть... Так, я пролил. Книжку Так. Да, а про книжку мы уже рассказали по поводу конкурса. Анекдот и музыкальная пауза. Давайте анекдот. Заходите, это вы во двор... И дворник перекрестился. Говорит, и хули? Говорит, хули?
Он мусульманин! Мусульманин! Пауза. Так, ну что, Филимонов. Филимонов будет иметь дело с нами. Это действительно правда. Саш, споешь? Я понимаю. А я не умею. Ты умеешь. Саш, умеешь. Вот Саня. Давай еще песенку. Ребят, прямо сейчас? Да. Ну выпьем и песенку. А вы все уже выпили. Да, да? Все, ну только тебя ждали. На, береги. Я подержу. И песенку споем. Ну так это, напоследок. Напоследок. А напоследок споем. Лучше субботы моей жизни. Согласен, в моей тоже, наверное. Забыл слова. Понимаю. Сейчас вспомню. Тихо. По-арабски. Про что это? Да другая тогда. Давай. Под размазанной бровью прищуренный глаз над разбитой любовью смеется паяц, пьет большими глотками чьей-то яблони дым. Он смеется над вами, смейтесь, смейтесь над ним. Осколками ранен, он не бил ничего, но игрушечной болью не ответишь ножу. Шутки плохи с любовью, осторожнее шут. Паяц из осколков собирает любовь и об их овации разбивается смех и любовь над паяцем отсмеется за всех. Не попал ни в одну ноту. Дураки! Браво! Браво! Александр Груздев! А давайте что-нибудь... Александр Груздев! Александр Ковриждев! Дмитрий Филимонов! Сегодня! Спасибо большое вам, друзья, что были с нами! Подожди, кто-то хотел сказать еще что-то. Да, мы уже не знаем, что веселого-то. Да веселое что-нибудь. Просто давайте под конец. Веселое что-нибудь? Поехали! Я только анекдот. Дмитрий Филимонов.
А я в Париж уеду навсегда. Возьму билеты, вещи заберу. Иду. Забыл слова. Не твое дело. А я боюсь. И вдруг я твое дело забыл слова. Возьму билеты, вещи соберу. И скорый поезд, дрогнув на ветру, меня попчит, попчит по пыльным городам. А я в Париж уеду навсегда. В Питере друзей стоит огромная картина Карла Брюлова. Последний день Помпеи. Ты пой, пой, пой. Молчи. Мы сейчас все расскажем. Друзья, я буду, сука. А там... Я тебя ненавижу. Не синхрон. А я тебя люблю. А я тебя люблю. Пой, говорю, а я рассказываю. Последний день Помпеи. А я в Помпеи. Огромная картина. Говори, говори. Давай. Разговаривай, Романа! После Карл Брюлов. Там стоит такая красная фигнюшка, говорит, никому не заходить туда. И там... На улице Мерлен и Дега. Мужик один пьяненький. В левом углу прям пристроился. В левом углу. Вот к этому полотну. А там вот он говорит... Кто-то же кто-то будет. И он говорит, бля, все попадало! Я бы не любил иногда, а я в Париж уеду навсегда. Итак, дорогие друзья, спасибо огромное нашим прекрасным гостям! Александр Коврижных, Александр Груздев, Дмитрий Филимонов. Ребят, у нас сегодня был потрясающий вечер. Надеюсь, у вас тоже. Спасибо вам огромное за ваши классные вопросы. Спасибо нашим гостям. А книжку мы разыгрываем. Я напоминаю, что мы разыгрываем книгу тому, кто напишет лучшее восьмистишье к нам в комментарии, или нам в комментарии, мы как уж правильно. Мы пили, балбесы разлетали. А, Александр подпишет ее, это будет именной автограф, мы ее вышлем вам. Напомни, что... Обязательно разыграем эту книгу. Если что, я тоже... Поэтому, дорогие друзья, да, спасибо вам, что были с нами сегодня, этим субботним вечером. Спасибо за приятные вопросы, спасибо нашим гостям, великолепнейшим гостям. Всего доброго и увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Сашка, да. Они что, реально вон там были? Да, вон там, видишь? Вот все эти люди? Людишки маленькие, да. Ты не прикалывался сейчас? Или большие, да. Там камеры просто... Мы это сейчас... Даже мой шпин. Все это видели? Прикольные вы ребята. Да прикольные ребята, у нас вообще лучшие подписчики. Up.